Беспокоимся о коде. Топ-5 актуальных браузеров по использованию. Как я ушел из программистов и занялся гидропоникой? Погнали. Всем привет, это УВД... УВД дизайн. УВД дизайн. С вами подкаст «Суровый веб», выпуск номер 124. Сегодня у нас 3 мая 15 -го года, хотел сказать, 17 -го года. Без 10-11 по Челябинску у нас. Да, 3 мая. Я, Я хотел уже... бы сказать, что как будто 15-го года, потому что мы вернулись э, к формату, когда нас э, каждая тема заставляет ломать мозги. Когда мы после подкаста выжимаем майку, с нас 10 ручьев пота сходит, потому что мы прям вот погибаем здесь, вот как на галерах, да? Я, значит, надеюсь, что после этого подкаста девочки начнут выжимать трусы, а мы как-то майки как бы, да? Я еще хочу сказать, что у нас рабочее название для вот этого подкаста «Хардкорный подкаст». Для вот этого типа подкастов. То есть, возможно, это станет э, хорошей привычкой. Микрофон уже не крепится, поэтому в натуре хорошей привычкой. Да, я надеюсь, что мы его переживем с вами все вместе. Как неприятность эту. Да, и может быть, даже кому-то он покажется и не очень хардкорным, кому-то и нормасик. Кто-то прям изи вообще сидит. А когда уже там сложности какие-то будут у вас? И к первой теме. А первая тема у нас сегодня тоже хардкорная, кстати. Как 2015 говоря. год. Да, и это хостинг Smart Tape, с которым можно спокойно воспользоваться, если вы на geобesign.ru.смарт зайдете, по реферальной ссылке зарегистрируетесь, и будете просто молодец. Просто умница большой. В, да, вот я вам просто скажу: по секрету, никому не рассказывал, а вам расскажу. Что в безлимитном хостинге 2.0, который нынче у SmartApe актуальная услуга, является самой дешевой, уже есть поддержка веб-сервера Nginx. И это что значит? А это значит супербыстрый статический контент и Gzip сжатие прямо из коробки. Вы просто не представляете, насколько это круто. Lightning Fast у вас хостинг получится. И это не говоря о том, что кроме безлимитного хостинга 2.0 вы можете оплатить впс ку виртуалочку себе отдельненькую, выделить с ресурсами, которыми пожелаете, накатить туда, как вы хотите, операционную систему и развлекаться, как могли, как можете. Но вообще ты наваливай побольше терминов, потому что хардкорный подкаст. Тогда распределенные параллельные системные облачные вычисления – Просто, вот слово, все, и как Это бы все. все. возможно на SmartApe. uwebdesign.ru slash SmartApe. Обязательно попробуйте самый лучший хостинг вместе с uwebdesign. Да, вот такая небольшая минутка спонсорского. Минута славы у нас, я бы даже сказал. И все мы втроем говорим, да, пусть проходит дальше. А кто третий? Допускаем до зрительного голосования. Ты... Масляков третий, как всегда. А первая тема, именно серьезная такая тема, которая вот в хардкорном подкасте присутствует у нас, называется «Все плохо». Согласен. Это, в принципе, люди именно это будут писать в комментариях после просмотра или прослушивания сегодняшнего подкаста. Мы, лично я вот подумал, что не стоит называть, сразу начинать подкаст со «Все плохо», то есть именно говорить это в громких темах, поэтому мы ее переназвали в «Беспокоимся о коде». А, но все плохо, это именно оригинальный перевод эм, чувака, который рассказывал презентацию на конференции на крутой. И их, их, его перевели легко Mail.ru. Я не знаю, как они перевели, потому что чувак разговаривает не на английском. Это перевод статьи на хабре. Mm -hmm. Чувак разговаривает, как я понимаю, на каком-то типа португальском. На каком? На испанском? Ты меня можешь поправить? Я тоже вот так бы, как ты, метался из стороны в сторону. Из одного и с одной стороны Пиренейского полуострова в другой. Потому что, ну, как бы, я, кстати, не уверен, что это Пиренейский полуостров, но Пиреней там находятся горы. Ну, хардкорные, по-моему, слушай, я хочу. Я причем. Давай! У нас же хардкорные. я все сейчас. Мы сейчас. Да-да-да. И все, вы же просили у нас, чтобы было все хорошо. И Mail.ru они как-то умудрились. Кстати, надо отдать должное. Я пока читал перевод пару раз словил себя на мысли, что достаточно костистый перевод. Я все правильно сказал. Пиренейский полуостров, Португалия, Испания. Вот да. Что характерно, я думаю, в Mail.ru не такие люди есть. Они, возможно, со норвежского тебе еще переведут. Ну, а так. в, на кофе-брейках они будут играть black metal. Ты думаешь, там Тору поклоняются в Mail.ru? да да, вообще. И Тором. Ну это-то да, это точно. В общем, на этой конференции Web Quebec, Которая вот проходила где-то там, опять же, на Пиренейском полуострове. Ну, no, вообще, квебек это чуть ли не Аргентина. И вот это-то я уже загуглю, прям все увидят это. Ну no, Провинция давай. Канады почти Аргентина, в принципе. Mm. И, э, видимо, там говорят на их на каком-то. Ну, no, там говорят Потому на что французском. У них есть университет Лаваля. А лаваша есть у них? А, это в Петербурге Лаваша, наверное, университет. Да, там университет Шавермы, первый в мире гуманитарно-педагогический. В общем, так. системный архитектор, будем так его называть, специальность, некий Фред Эбер или Эбер, отличную презентацию дал, такую, что ее можно перевести в целую статью. Угараните ее, можно отлить? Можно. И здесь будут именно э, слайдики с его конфы, с его презентации. И будет попутное описание от самих мейлорушечей, именно как они перевели и поняли. Давайте давайте приступим. Все плохо. В я, этом... как вижу, слайдики да -да -да. они тоже на самом деле не на английском. Слайдики на его. Да. На ихнем. Угу. И здесь сразу же первый слайдик у него начинается с того, что он рассматривает картину Питера Брейгеля Триумф смерти. На оригинальной картине я просто загуглил, посмотрел. На оригинальной картине изображено, так скажем, достаточно. Современ... Вот любят в современности зомби вот такое вот все: Walking Dead, Walking mm -hmm. Dead. <laughs> и вот на этой картине, видимо, это такой прародитель зомби-тематики, потому что на этой картине нарисована армия э скелетов, которая завоевывает практически, и унижает, и по-всякому издевается и истязает э обычных людей. И как бы это триумф смерти такой. Смерть идет и вот просто всех душит, убивает и грабит, и насилует. Идет нормальная, цивилизованная нормальная... жизнь. Да. Я так понимаю, что картины Питера Брейгеля послужили источником для первых рендеров игры Stronghold Crusaders. А, оно похоже. Реально, вот как будто оттуда. Да. А это к чему вообще все сам автор статьи нам предоставляет? К тому, что сам по себе триумф смерти имеется в виду тех вот приложений, тех создаваемых программных продуктов, в которых вроде бы все хорошо, но если приглядеться поближе, посмотреть на все баги, недочеты какие-то, на все допущенные какие-то послабления, может быть, в своем коде, это все как бы трюм в смерти, то есть она идет и убивает наши нормальные приложения. Сейчас мы пойдем дальше, посмотрим. Он говорит, я, говорит, вообще такой, говорит, практически старообрядец. но не в том смысле, не в религиозном, а в том смысле, что я вот не очень доверяю всяким Сирии и всякой вот такой вот м, штуки, где нужно говорить, и она за тебя думает. Я уже подумал, что он кодит двоеперстием, вместо троеперстия, как это делают все нормальные программисты. Да, и ставит там скобочку после, да? Короче, нет, он именно про то, что... Вот не доверяю я таким прогам, типа Siri, потому что я, говорит, знаю, когда вот я очень много кодю, и чем больше ты кодишь, как бы, тем больше ты осознаешь, что здесь, может быть, в каждом приложении... В общем, миллион ошибок. Поэтому если я сейчас буду доверять Siri, да, например, там, запрашивать какую-нибудь точность, там, не знаю, карту открыть, там, что-нибудь. но mm -hmm. Это я уже от себя говорю, no, 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 на самом no, no. деле. Ну, no, от себя тебе, она важна и нужна. Да-да-да. Там у него, кстати, будут примеры про Siri, где именно фейлит Siri. Но это слишком сложный пример. Мы сейчас начнем с легкого. У нас хардкорный, конечно, выпуск. Но, но допустим, Siri может фейлить. Мы сами знаем. Она ч... особенно вообще. на русском языке. Да. Вот, поэтому м ей доверять, да, сложно. И понимая вот алгоритмы программирования, ты понимаешь, сколько там вот всякого дерьма-то допущено, может быть, вообще по факту. И он сразу идет. Вот говорит, просто начнем с легкого, Начнем со структуры. С легонькой такой. М чтобы раскрыть свою точку зрения, как он говорит, посмотрим на базовое приложение. Я немножечко накал. Сейчас, вот знаешь, как на. накал? На чей кал? На твой. Я когда, как. Остужение меча в холодной воде. No, 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 no. Вот я сейчас остужаю наших подписчиков. Микроистория о том, что в этот подкаст могла попасть тема про Сири, а именно про то, что прощай, Сири. Да здравствует, там Элен какая-то. И там про бабу, которая дала голос Сири. И, не, она жива. Не, не то, что вы подумали, и о том, что там типа, куда дальше будет двигаться Сири. Но тема эта не попала в подкаст, поэтому хотите ищите. А почему не попала? Недостаточно хардкорный, сам понимаешь. У нас сегодня прям строжающий дресс-код. А есть фотки вот этой Елены? Да, там тетка уже лет 50 Блин, ну так ты покажи тогда. Короче, ладно. Тем более, да? Да, раскрыть свою точку зрения хочет нам автор. Он говорит, давайте начнем с базового приложения. Как вот оно выглядит? Базовое приложение даже не такое легонькое, а именно посложнее. Базовое приложение в плане прям вот вместе с базой данных. На mobile phones или где? Ну, например, на mobile phones. Например. Вообще мобайл, вебе. Это как, как будто у нас бабайл, как баба. бабали, типа. Да, вообще, в, вообще ладно, вебе. все, у нас хардкорный подкаст. В веби в То есть есть какая-то фронтендовая составляющая, есть, эм, есть какая-то база данных. про вот Крабабы ворон. ворон. Ты открой, открой, как Меня открыто, открыто, крон. Молодец, все. Есть крон, который общается с базой данных, да? В World of Warcraft ваш ранний крон. Это, короче, за Орду гигантский каменный элементаль, который помогает. Все, конец. Он помогает, да? То есть он, он... тоже задачи распределяет? Его именно можно когда ты убиваешь врагов, ты с них собираешь токены. Именно токены. Ну -ка. Okay. И ты, если дона... Эти токены, их можно заносить соответствующим структурам. Чтобы издевались, бабы, я знаю. Конечно. И ты заносишь либо в один чат-рум, либо в другой. И вот с одного из чат-румов крон выходит, если достаточно токенов занести. И он как бы как НПЦ просто идет по дороге с вами. И всех проносит. Хардкорный, просто. хардкорный так, выпуск. Так, так. нормально. Угу. Короче, вот у нас есть приложение, фронтенд, есть база данных, есть крон, который общается с базой данных, да, есть облако, то есть, допустим, ваш Amazon, допустим S3, условный, и у вас там картиночки лежат и вам нормасик. Угу. Это такое очень базовое приложение, в котором вроде бы все эм, на ладони и вроде бы все так прям вот чинно, благородно, обычное. Казалось бы, где подвох, да? А подвохи начинаются с самого начала. О чем, собственно, и статья. Все плохо, говорит нам автор. Говорит, почему все плохо. Вот, например, в таком даже базовом приложении эм, я бы добавил, то есть автор, я от, от его лица выступаю, он бы добавил еще дополнительную базу данных, такую, которая будет эм, именно как бэкап. нет backup. backup. Э, вот. Хардкорный, хардкорный. Да, и еще один фронтенд он бы добавил, чтобы можно было, если что, в одном фронтенде что-нибудь поправить... Но на том фронтенде, который именно main, э, он был бы виден пользователем, а на другом фронтенде поправить, если еще их свопать между собой по бурику. Mm. Вот. То есть нет никаких проблем. У тебя есть два фронтенда, есть две базы. У тебя ничего не навернется э, ну, по данным. Полный этот. Bulletproof, mm. Согласись. Fallback как-то. Короче, есть fail, safe, ну, хардкорный. 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 Суть -то в том, что он говорит, но это окей. Это да, это так и есть. Но давай разберем именно по абстракциям. Автору нравится все делить на абстракции. Он как бы умен. Ну, он не абстракционист, возможно. Абстракционист, да. То есть, поделим на абстракции, чтобы нам лучше было понятно, где все плохо и где сделать так, чтобы не было все плохо, чтобы минимизировать вот эти вот баги, которые могут вылезти. Mm -hmm. Поэтому он поделил на абстракции. Шесть абстракций у него получилось. Из, казалось бы, трех вещей. И, да, сказалось бы, уже трех шесть вещей получилось. он разделил. Значит, несколько абстракций. Первая абстракция. Я, напоминаю, здесь все на перенейском. Поэтому, короче, <с первая будет это вот структуры. Структуры данных. Да, структуры данных. Ну, в принципе, понятно. Структуры данных. Деревья, карты, массивы, словари, наборы, списки и т.д. То есть mm -hmm. такие сложные структуры уже. Ну, ну как бы разные, да. да то, разные то, чему мы учились в программировании, выше, в курсах программирования. Выше, чем просто биты памяти. Выше. То есть это уже все. но ну, реально, деревья, карты, массивы. Вы поняли. Следующий – это идентификаторы. То есть те самые уникальные айдишники. Он здесь использует именно UUID. Это супер уникальный айдишник. И GUID. Это вот два супер уникальных айдишника. Угу. Он говорит, что у нас есть вот структуры, у нас есть идентификаторы, так. по которым ты обращаешься к чему-то. Угу. У нас есть цифры. Практически так третья нормальная форма бойца кода. Да, да, он разложил а, цифры. То есть цифры ты не можешь никак... Он еще говорит, что, понимаешь, мы наоборот. Я сейчас вам абстракции даю. Это, говорит, еще легонькое дерьмо. Нам вот не надо понимать, как машина считает цифры. У нас просто есть цифры, и uh -huh. нам не надо лезть в ассемблер. То есть, даже если ты себе на сайт прикрутишь какой-нибудь калькулятор, calculator, ты не будешь в нем внутри э, сам обсчитывать э, в двоичном коде все, правильно? За тебя это уже все написано, из библиотеки, и вообще, в принципе, компуктер, он уже могет. Браузер, он уже могет. Да, Поэтому... согласен, компуктер, в принципе, могет. Вот, вот, да. Поэтому есть цифры, это следующая абстракция. Есть еще абстракция, так называемая, сеть. То есть соединение, угу. упорядоченные потоки данных, IP-адреса, номера портов, вот это все, это тоже абстракция. Потом есть абстракция времени. Причем, он говорит, философы, метафизики, ученые тысячелетиями спорили, что же такое время, да? Но мы, говорит, вот просто, я вам скажу время, и вы подумаете сами, про что подумаете. Да. И последнее, есть строки. Это все остальное, что есть, мы сами знаем, что можно просто все записать в строки, и все. Если мы не знаем тип данных, правильно? Ну, то есть, как бы, строки не являются структурами данных. Mm -hmm. Это как бы строки. Да, да. И мы сейчас, вот на примере этих всех абстракций, пройдемся по ним и поймем, где мож могут быть фейлы, из-за которых возникнут баги в нашем приложении. И будет так. все плохо. Угу. Я просто вот вас более-менее разжевываю, чтобы самому тоже понимать, уже, о чем я говорю. И сразу он начал почему-то с цифр. Видимо, чтобы не знаю зачем. Вжарить нам по полной. Говорит, вот с цифрами надо всегда. Пусть кому-нибудь другому по полной жаре Да, да, да. Говорит, абстракции, они. Вот он, например, и цифры говорит. Абстракции, они... Почему абстракции? С ними надо быть аккуратными. Должны быть ограничения у этих абстракций. Мы должны понимать, в каких пределах эта абстракция существует. То есть, вот, например, цифры. Например, когда у нас есть, идет работа с данными, с баблом, да? С какими-нибудь зарплатами, например. Опа. Опа. Обязательно не используйте, когда вы работаете с баблом, плавающую запятую, например. Да, Это особенно гри... если у вас на там считается, когда 0,0 плюс 0,0 будет 0,0,1,1,5,8. О, бабки лишние появились. Да, и здесь он приводит пример. 0,1 плюс 0,2 равняется 0,3, Вот, 0, да, да, и да. здесь вот лишнее бабло, которое появляется, а не дай бог еще недостаток бабла, который у вас потом в оборотно-сальдовой ведомости не сойдется ни в жизни, Хардкорный подкаст. <связан> Это... <связан> Это может привести э, к вообще к дерьму. Вы просто потеряете деньги. Может быть, даже не вы потеряете, а заказчик. Нет, вас конкретно налоговая чпокнет, потому Покнет. что так не должно быть. Обязательно чпокнет. Так жить нельзя. Поэтому не используйте плавающую запятую в бабле. Обязательно. Если вы э, считаете бабки удостоверитесь, что все данные в одном типе, что они приводятся к одному типу, и эта абстракция, она как бы сама себя закрывает. То есть вся, все вот эти цифры покрывают, как кобыл. У вас они все четенько сделаны. И он начинает вот прикалываться с Siri зачем-то. Говорит, вот давайте пройдем к Siri. Ну, опять же, про JavaScript. Про так, пройдемте. Уже так пройдемте. Он говорит, я, говорит, спрашиваю у Сири, эй, Сири, как много китайских королей на один квадратный метр? Ну, по прикольчику спрашивает. Я не знаю, зачем он это спрашивает. А он, ну, возможно, что-то понял. Возможно, он знает именно, прикольчик, что Прикольчик, да? Знает, на что давить. И каждый раз Сири по прикольчику ему отвечает. Ну, как бы на один квадратный километр мы конвертируем. Uh -huh. А, мы, говорит, один квадратный метр, точнее, на один квадратный метр. Конвертируем в 1,63 э, в 10 минус четвертой степени китайских королей. Uh -huh. И, короче, вот результат такой. Почему-то она говорит, всегда выдает мне 1,60. Он сам не понимает. 1, Возможно, это число Авагадра, на вот. Нам сейчас подскажет, я надеюсь, в комментариях, ведь у нас очень много умных чуваков обычно Хуже. пишут. Все, у нас все умные, прям крайне. Особенно <с те, которые пишут подкаст хуйня, просто вот такое. Согласен, согласен. Вот. И очень странно, то есть Siri сама по себе, видимо, она там тоже на джаваскриптах считает, я не знаю, на чем, там вот этот Вольфрам Альфа считает, я не знаю. Она там тоже... Ну не притворяйся, Вольфрам Альфа-то это у тебя настольная программа. Ну, ну согласен, я не знаю, что там читает согласен. Вот. Она считает, видимо, вот именно так китайских королей. И, кстати mm -hmm. говоря, если по бреду спросить у Сирии, кто король uh, United States, кто король Соединенных Штатов, казалось бы, у нас фамилия с тобой одна и та же, да, на, на язычке вертится-то? Кто король Соединенных Штатов? Нынче, да, он один. А почему... Но Си... Путин, я имею в виду. Конечно, он же за него только Трампа выбрать. Я, кстати, знаешь, что я видел, кстати, ролик? Это... Немножко расслабим. Охладим меч. Меч охлаждаем. Видел ролик, примерно 6-секундный. В Трампа кидают флаги, русские флаги. Вот такой громкий ага, ролик. Так. Может быть, 20 секунд он идет. И там, как обычно, Трамп на, на какой-то конференции выступает, огромное, вокруг люди. Mm -hmm. И там именно снимают его с лица, то есть фас. И именно флаги русские кидаются вверх. Не ему в морду конкретно, а просто вверх. Но они как бы в камеру летят и все. И вот этот громкий заголовок. В Трампа кидают русские флаги. Он даже не видел этого, если честно. Да. Но, в общем, надо также будет сегодня подкаст назвать. Я думаю, в Трампа кидают да ты, понимаешь, у нас уже непонятно. У нас настолько wild аудитория, что на нее даже непонятно, какой кричащий заголовок. Украинские флаг, флаги, думаю. Вот, вот, он нащупал уже. Нащупал? Нормально. Ладно, продолжим. Продолжаем меч нагревать в нашей кузне дизайна и веб-разработки. Короче говоря, отвлечемся немножко от китайских королей, пойдем дальше. Например, возьмем такую абстракцию, как id идентификаторы, про которые я говорил. С ними тоже надо быть аккуратными. Почему? Вот, например, у, у id, вот этот вот, mm -hmm. супер-уникальный ID. Unique-unique-id знаменитый. Но он какой-то universal-unique, то есть вообще прям на свету. слишком хардкорно нас выпуск. Сарясики, Вот, он тоже должен быть всегда в одной системе. Если вы работаете вот с этим уникальным ID-шником, если он у вас, допустим, перекодируется в там, двоичный код, или вы его просто храните там строкой. Вы смотрите, вы когда начнете потом сверять э, эти айдишники, mm -hmm. у вас разные системы, разные ваши сервисы, возможно, у вас два микросервиса будут сравнивать, они, работающие на разных э, системах внутри, они могут так сравнить, что айдишники не сойдутся. Кого там, вообще ничего не сойдется О, да, я... <сёк> Север с югом попутаешь Когда у тебя там уид В <сёк> да. одном месте один, в другом другой Да, и собственно он показывает Как здесь север с югом попутались На картиночке где... Я вижу, да, зеленый с да. красным э -э С фиолетовым, простите Да, а дальше ниже Он показывает это на, на примере нашего приложения <сёк> Где фронт-энд Он как бы один сам с собой понимает фронт-энд Он оранжевенький mm -hmm. Но с базой данных все Уид уже уплыл вообще до свидос В базе данных по-другому все происходило Иными словами, изоморфность нарушается. Ну, можно так, можно так называть. Он здесь приводит, что в каждой системе, вот, например, если возьмем базы данных, mm -hmm. если у вас Postgre например, так, она там, знакомые слова, какие-то чувствительность к регистру в О, сравнении нет, пропали. Тут, все кстати слова. говоря, пишут, что MongoDB все делает правильно с двоичным представлением. Если ты в двоичное перекодируешь, все, я тебе скажу, там есть JSON, а есть BSON. Binary JSON. Так. И вот в нем и надо хранить, как раз, чтобы все было круто. Хардкорный подкаст. Хардкорный. Сегодня. Я даже сам забыл, что я знаю такие вещи. У них, то есть, вот... Мы прям сами себя разыгрываем, Наши собственные мечи разыгрываем друг друга. У меня наш меч разыгрывается? Может, с паузу? Ладно, ладно, идем дальше, господа. Еще, еще. Продолжаем про абстракцию айдишников. Например, если ты будешь хранить не айдишник, а возьмем за уникальный айдишник, как, например, хэш пароля в MD5, например, ну. есть вот такой хак. В WordPress такое хранится. Да. Ты, э, к примеру, хочешь сравнивать между собой два хэша MD5. Кстати, что характерно, это уже считается фу-фу-фу. Это bad practice, хранить хэш мд 5 Ну, я согласен. Я не знаю, Давно как Давно уже говорят, что MD5 кал. Я не знаю, как правильнее. Но, грубо говоря, MD5 можно расшифровать. Твою мать, алгоритм общий, так сказать, признанный. Я... По-моему, берешь что-то и хреново... Ну, короче, хочу, что то чтобы... с этим беда. Хочу, чтобы у нас в комментариях написали, как его шифровать МД-5, поржем хоть. Юрий Баранов, которого я записал в своей записной книжке. Правильно. Он, потому, возможно, что он денег нам подскажет, скинул. конечно. Ну yes? что ты сразу приоткрыл вот эту завесу? Ты... Он... Так-то он загадка у нас был. Подписчик загадка. Инкогнито? Да. А теперь ты ему прям обнажил. Ты вот прям дверь распахнул. И схватился, полотенцем прикрылся как бы. И за да. меч за Так. Короче говоря, вот хэши, если вы начнете сравнивать двойным равно. Вот знаешь, как именно с, Суд... не, не это, обычное, так сказать, демократичное равно, а, оператор, не жесткое. Да, да, оператор, вот сравнение такое вот двойное равно. Если мы будем сравнивать HMD5, хакеры умные, хацкеры, кул хацкеры, так. они могут понять, какого хрена. Знаешь почему? Когда при сравнении у тебя будет загрузка некая на проц там или на что, я не знаю, что будет обсчитывать. Оно будет думать. Mm -hmm. И оно будет сравнивать по... М, символьно, получается, сравнивать одно с собой И хацкер, он может понимать, перебирая Когда же процессор сильно начинает обсчитывать Это значит, все дальше и дальше он продвигается по символу Ну ты понимаешь, то есть если mm -hmm. первое yeah. подошло yeah. Mm -hmm, Так, дальше, дальше, дальше И оно дропнется тогда, когда оно, получается, не совпадет mm -hmm. Вот, поэтому такое дерьмо не нужно делать Не нужно никогда сравнивать, вот, например Ваши хэши паролей именно двойным равно. Это кал. Это прям вот э, плохой, bad practice. Хорошо сравнивать иксором. Он будет по-другому сравнивать побитого. Кроме шуток, вот mm -hmm. в любой книжке по PHP указано, что вот как бы все хорошо, но вы по битовой операции владеете ими как телкой. Вот. И все у вас будет круто в жизни. И в институте нам с тобой говорили, что по сравнение сравнение это, это круто прям. Так я до сих пор и не знаю, что это такое. Ну вот XOR'ом можно сравнивать. То есть у тебя, грубо говоря, хацкер, он не поймет, потому что у тебя будет весь хэш сравниваться побитого. Он не будет понимать, насколько долго это там происходит. У тебя это все равно одинаково долго все будет будет выдаваться либо 0, либо 1, и это одинаково, Да, одинаково хреново. Ладно, пойдем дальше, немножко продвинемся. Вот эти абстракции, он просто говорит нам, что вот в этих абстракциях, таких как айдишники, таких как э, числа, например. Могут быть фейлы кое-где, и баги встречаться. Ну, на самом деле, вот он говорит абстракции, mm -hmm. а я вижу типы данных просто. Ну, как бы, если... Согласен, так уже, можно, можно... или, Ну, так сказать, другую Может аналогию проявить... они любят вот слово абстракция. У них дали, потому что... Ну, кстати.. Он как да. бы импрессионист, конечно, не абстракционист, но тем не менее. Он же импрессионист. Потом он говорит, давайте, короче, знаете, что. Не, не будешь, понимать, Да я не игнорировать. <с researchers> <смё <Mage> <смё charming> <смен> ну, узнай, загугли, кто, Дали. <смёк> ну, ну, стопудовый импрессионист. Ну, это как ну, всё, чай вдвоем. Хотел сказать, как... Э, как Стас Костюшкин. В <смёк> смысле? Как Божий день для меня это. А вот как <смёк> чай вдвоем почему-то прокнул. <смёк> ну ладно, Стас Костюшкин. Да. Короче, он говорит... Посмотрим дальше снова на наше базовое приложение, которое мы так вот классно улучшили с помощью двух фронтендов и двух Сюрреализм, баста. я наврал. Хорошо, сюр. Сюр — это <laughs> наш подкаст сегодняшний. Так. Мы, короче, иногда получаем огромное отваливание пользователей. Мы заметили это. Просто у нас приложение растет, развивается, мы вроде все учитываем, но у нас начался отвал пользователей из-за того, что они долго ждут. Вот сейчас 26-я минута уже идет, я думаю, от отвал подписчиков полный. Полный, Как полный. отвал башки произошел уже, все, вот на этом моменте. Что бы момент. мы могли сделать, как с нашим приложением, так и с нашим подкастом? Мы могли очередь создать. Угу. То есть очередь у нас, кстати, и создастся с помощью наших тайм-кодов. Они могут хоп и по, по очереди передвигаться по тайм-кадам сразу на последнюю тему про гидропонику. Да. И я думаю, в принципе, довольны. Скорее останутся. всего, они так и сделали, даже да. не дослушали до этого дерьма. Вот, но очередь у тебя может быть на сайтецком, например, на веб-приложении на твоем. И эта очередь тебе позволит эм, параллельно как бы выдавать данные, которые быстро выдаются пользователям, а долгие хоп на стек положить и там просчитывать. Угу. Пойдем дальше. Он говорит, вообще с очередью можно прикалываться много. И можно, говорит, наделать этих очередей до того, вообще. Там, кстати, будут картиночки. Он что-то приколист какой-то. Я не знаю. Здесь эти... Да-да-да. Проскроль, проскроль, призик. Ну? Он там сделает одну большую очередь, большую такую воронищу. Потом ну. он две такие воронища. А что, давай много воронищ, видишь? Он не, говорит... я сначала... Окей, окей, куек, дальше, дальше. Еще скроль. Я это, если все буду читать, то мы тут просто застанем навсегда. Понятно. Вот так, смотри, так. видишь, много очередей. No, 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 много большую воронищу. Большую. Дальше, Оп, смотри. две появилось. Вот, Оп, так. До хрена. вот, до хрена. Он говорит, это, конечно, все круто, мы можем так хоть сколько очередей на создавать. И знаешь, пользователь будет думать, что реально быстро, но на самом деле все очень медленно. Потому mm -hmm. что его какой-нибудь супер дальний запрос, он будет все еще обрабатываться. И он выводит, видимо, некое предложение. Хм, в нашем, вот в настоящем мире пользуются микросервисами, чуваки, вместо очередей. Ну, вот э -э, хотелось предложить мне. Угу. Уже вот в твое повествование я то со статьей не был знаком, что каждую писюльку, может быть маленький микросервис обрабатывает вот, вот, и да. да. И он говорит, что так здесь все плохо. Микросервисы, они между собой тоже могут иметь много всяких багов. Мы <мас> знаем, это стопудово, как бы, когда у тебя много микросервисов, тебе еще больше надо следить за всем. Ну, если только они не из одного бойлерплейта плейта сделаны, ну, например. Как бы да, но опять же да, опять же. Он угу. говорит, вот например JSON-ов, Здесь есть json парсинг тест некий. Ну. Он говорит: зацените, сколько всего можно, типа диаграмма, какая-то Ч, отслеживающая около 50 реализаций библиотек JSON на более чем 10 языках. Вот дерьмо, то есть они даже между собой там не договорились. Да, ты посмотри, сколько их, там можно просто охренеть. Ну, обрабатывает бы хрен бы с ним по-разному, по идее, стандарт-стандартизирован. то стандартизирован. То есть, как бы, конечный, конечный результат выглядит... должен быть примерно одинаковый. Ну, да. Он пишет, это не очень хорошо. Да ладно. Стандарт JSON очень мал, но это, вероятно, означает, что он представляет пространство для интерпретации, следовательно, для особого нестандартного поведения. И здесь он приводит пример, что говорит вообще вот JSON, например, в нем как записи могут обрабатываться. Вот у тебя, к примеру, если запустить несколько микросервисов, отправить всем им одинаково тщательно обработанный набор данных. Например, к примеру, вот возьмем Джейсон неверный со множеством одинаковых ключей, имеющих разные значения. То есть, к примеру, вот ключу человек, точнее, скажем, есть объект человек, да, у него есть атрибут имя, uh -uh -huh. и у, и у кого-то там это Марк в одном Джейсончике, точнее, это все в одном, как я понял. Я тут просто жесть. Марк, вот, а во втором Джон. Не, Ну, во втором Иосиф. Значение. Ну, ты понял, да. Look. Нет, так". Иосиф это было бы одинаковый Джейсон. А тут именно разный. Вот Джон и Марк. И как бы у нас как может микросервис поступить? Анализатор. Он может отказаться от разбора записи, сказать, не-не-не, чувак, у тебя тут все под одним именем, два разных чувака. А может сохранить первое имя Марк, а может и Джон. И тогда эти микросервисы, они начинают между друг другом конфликтовать досвидосно. По идее, им бы откинуть это дерьмо. Mm -hmm. Но если они начнут присваивать реально э, имени там, или Джон, или Марк, то у них между собой начинаются конфликты, Кэп задержечки всякие женские mm -hmm. идем дальше господа идем дальше например mm -hmm. какой еще может быть фейл мы давайте перейдем к абстракции время или как ты любишь говорить к типу время тип время оно вообще очень странное дерьмо и там ты сам понимаешь что во-первых ладно часовые пояса как у тебя там серваки между друг другом работают как у тебя S3 в каком сер... э, как у тебя amazon думает в своем mm -hmm. как у тебя все в своем там как у тебя базы данных крутятся в каком это все, короче, до свидос. Кроме того, что просто у тебя могут быть там разные тайм-зоны, э, тайм-зоны, которые отличаются не на час, а на полчаса, а на 15 минут, он вот здесь все это описывает. Кроме этого, у тебя просто может быть небольшая там сбивочка во времени, и вообще некоторые часы он вот провел тест, сейчас отвлечемся, он провел тест, знаешь что? Он, он... сам остужает мечи. Он немножко остужает мечи, говорит это, чуваки, я, говорит, взял по прикольчику на компе, выключил синхронизацию с серваком времени, и у меня просто вот часы идут на, на компе, просто идут и идут. Я, говорит, сделал, чтобы у меня на микроволновке, у него какого-то хрена микроволновка. Возможно, у него уже Smart Microwave. <свят> да. И еще, знаешь, что? Плита, плита, во. Плита, все, везде синхронизации, все отключил. Просто начал смотреть, как у меня отстают. И у него практически там, я не знаю, ну за месяц, может быть. Я не знаю, сколько он там э, исследовал. Через 3-4 недели он написал. Вот, да. Говорит, на компуктере отстало там на 2 минуты и 16 секунд на микроволновке 3 минуты. А говорит, на вот этой печке вообще не изменилось. На духовке. Там что-то крутое прям. Да, он говорит, поэтому в зависимости от аппаратного, от железа, от аппаратного обеспечения, температуры, напряжения, влажности, от любого дерьма, время у тебя может меняться. Казалось бы, какого хрена в компьютере меняется время? Да. Я вот даже вот, я не верю своим глазам. Согласен, согласен, хардкорный выпуск. И представляешь, если у тебя вот такое дерьмо произойдет, и, например, у тебя транзакция, да? Ты банковский чувак, у тебя банковское ПО написано. У тебя транзакция от пользователя залетела тем числом, ну, он типа заплатил. А на самом деле она провелась у тебя следующим числом, и получилось, что у тебя вроде он в тот день и не было, ну, короче, ты понимаешь, какой кал может происходить. Я как никто понимаю. У меня два банка, один у меня как раз сейчас вот переводится на систему электронных там, платежей, говно, туда-сюда. Да. Короче, вот он говорит: ну да, мы, конечно, можем использовать NTP это вот специальный протокол, который чекает, эм, синхронизация у тебя именно времени идет с помощью этого протокола. Mm -hmm. И он прям жестко там чекает, но и он может ну, сбиваться. Ладно, идем дальше. Абстракцию посмотрели. Время тоже может быть косячное. Он говорит, что лучше всего, если ты хочешь работать с временем именно очень точно, у тебя какая-нибудь там биржевое приложение, там или реально банк. Э, лучше все очень сильно откладывать. Uh -huh. Все в один там стек, в один долгий ящик. Да, в один долгий ящик и в этом одном долгом ящике должна быть своя какая-то структура со временем, чтобы у тебя время, оно было такое абстрактное в твоем мерке, когда ты уже можешь обработать это все, посмотреть на все цифры и понять, что ничего не просралось. То есть uh -huh. там вот просто должно быть очень буллетпруфно. Давайте пойдем дальше, еще к следующей абстракции, что здесь еще у нас есть. UTC, HNTC, он здесь очень долго растекается мысью по древу о том, что в разных часовых поясах есть разное, он очень понравилось ему там про календарь, он писал календарь, можете посмотреть, прочитать. Так, перейдем дальше, перейдем дальше, я просто пытаюсь зацепиться немножко за следующую абстракцию, что он еще рассматривает. Ну да, он там сравнивает по-всякому Unicode, и говорит тоже, что всякие разные может, могут быть строки по-разному читаться, там, с большой, с маленькой буквы, в общем. Вы сами понимаете, что здесь, здесь все сталкивались, я думаю, еще на начальных годах программирования в университете, что сравниваешь строку с большой буквой и сравниваешь б... с такую же строку, только с... Начи... начиная с маленькой буквы, они абсолютно неравны. Вот, с этим все сталкивались, и это тоже такая абстракция, о которой надо не забывать. Остужая немножечко мечи, давай. Я когда опять же выбирал тему для сегодняшнего выпуска, там мелькала тема о том, что юникодовые домены uh ⁇ -huh. это новая фишинговая тема. А -а -а. Что там ну -ка. именно какая-нибудь кей, фигурная какая-нибудь. ну no ну -no ну -no 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 -no. И у тебя не ok.ru. Ok не vk. Да, а другое говно. Слушай, да, да, и ты попадешь на такое говно, и у тебя сфишит просто пароль, и да. Но ну, а эта тема, опять же, не вошла в наш подкаст, потому что вы просили хардкора, их есть у нас. Потому что мечи нагреваем обратно. Хотя, на самом деле, тут уже просто конец, под конец он что говорит? Поэтому вернемся, например, ладно, это мы смотрели маленькое приложение всего лишь, приложение C, в котором может быть вот столько фейлов. По каждой абстракции он прошелся, практически. Mm -hmm. И здесь везде может у вас забаговать что-нибудь. И это. А если мы, говорит, например, возьмем умный дом, вот такую систему, которая отвечает за ваше жизнеобеспечение, по сути, за вашу квартиру, за ваш дом. А в Америке это очень распространенная тема, и с помощью приложения вы можете подрубить, там, камин включить, например. Утюг выключить. Да, можете газ подрубить, я не знаю в Америке, как там с газом вообще. Это все у них на газу, как ты помнишь, у них пропановый баллон в подвале, водонагреватель, и у них нигде нету тем э -э более, э -э централизованного отопления. Да, подрубить какую-то такую штуку, которая может по не по технике безопасности сработать, только из-за того, что код написан неправильно. Он говорит: а доколе, доколе, мы еще будем э вот так вот халатно относиться к коду? И допускать много ошибок, и делать мало проверок и тестов в нашем коде, да коле, пока не начнутся реальные смерти. Он пишет, если, говорит, ну страшно началось, именно все плохо. Если, говорит, начнутся, прям вот видно, что вот мрут люди от кода, как, например, от автомобилей, от аварий. Или как э, пистолеты, которые сами убивают людей. Да, да, как завещал нам Кольт Великий и Ужасный. Когда мы вот это увидим, тогда мы, наверное, и поймем, что нужно писать более bulletproof решения и приложения. Когда терминаторы восстанут, мы тоже это поймем, наверное. Но там все. Вот такая вот статья, все плохо. Ну, блин, на Дуре все плохо. Согласись, да? Ой, что, будем мечи остужать нашими классическими темками про то, что у нас там можно регистрироваться на сайте uwebdesign.ru? Да, давай вернем всех в реальность, где все неплохо, а хорошо. Да, это на нашем сайте uwebdesign.ru. Просто я вам говорю про него, и вы можете сразу посмотреть, что там есть. Во-первых, вы можете теперь посмотреть. А? Мы починили, сделали, что у нас теперь SSL-сертификат не от старта SSL без который забанен был в Гугле. Тебя mm -hmm. что, в Гугле забанили? Вот нас <coughs> в Гугле забанили, потому что mm -hmm. через Google Chrome наш сайт не открывался. А теперь у нас на легальном, а, абсолютно распространенном. Теперь, да, легал, микс соли от Lets Encrypt. Да. Lets Encrypt работает и город в порядке. К сожалению, сайт придется каждые три месяца на VPS-очке выполнять команду обновления сертификата, и всего на три месяца выдают. Зачем вот они это делают? Объясни мне. Из я, я все еще не понимаю, вот эти палки в колеса, которые должны быть, по идее, просто вот просто вот так работать. Ну, слушай, ты, если у тебя не VPS решение, а, например, безлимитный хостинг от Smart Ape, там просто одной кнопочкой это делается. А И тоже там значит... за, тебя, за тебя Smart Ape это все перенакатывает. А каждые три месяца тоже не, не надо? не надо. Там по таймеру будет все это делаться. Блин, вот это, вот это плюс. Вот Но это плюс Smart Ape. Зато ты не можешь ничего. Например, вот у нас SSL там еще куча всяких дополнительных параметров вписано в Nginx конфиги, угу. для того, чтобы уровень безопасности был А с плюсом. Чтобы ваши вот пароли и почты, которые вы нам передаете для регистрации... Которые мы не храним, естественно, как личные не, данные. Только, не, только не храним и не распространяем. Угу. Кстати, у нас на сайте можно зарегистрировать, чтобы оставлять темки. Об этом вам Никита еще скажет. Так вот... Эти все данные вообще никто не взломает, ничего. Все круто. А плюс защита. Вот этого на, на безлимитном хостинге сделать не сможете. uwebdesign.ru.smarttape. Да. А для этого вам нужно VPS. А вот там уже нужно, если у вас Nginx, для Apache есть модуль, который будет автоматически обновлять. Для Nginx нету. Отлично. Но мы не ищем легких путей. У мы нас все прям круто. Но вы ищете легких путей, поэтому обязательно, чтобы оставлять нам темы к подкасту, к следующему, в сайтбаре, вы можете зарегистрироваться на uwebdesign.ru. И это все в сайтбаре, господа. Просто обратите внимание на правую часть нашего сайта. Там вы можете все заметить. И ссылочку на регистрацию, и ссылочку на войти, и ссылочку на оставить комменты к следующему подкасту. Все Кто -то это. Кто-то даже одну темку уже предложить успел. Красавцы, молодцы, умницы. У нас есть также чат в Телеграме, в мессенджере Телеграм от Павла Дурова. Я это не устаю напоминать. И mm -hmm. в этом чате есть около человек 200. Которые... С, с, с гаком, как было модно говорить, лет 10 назад. Которые, в принципе, готовы вам помочь практически в любом вопросе по программированию или по деградированию. Да. Они одинаковые специалисты, эти люди, я в том числе. И да, и в том, и в другом. Еще у нас есть стикеры на ноутбуке или на другие ваши части тела, как меч продолжения мужчины, руки мужчины, чего там. Так ноутбук это тоже продолжение мужчины в каком-то плане, в каком-то разрезе. Вот, вот стикеры можете. Поперечная. Да, стикеры можете, как наклеечки. Это обычные наклеечки такие кругленькие. Заказывать у нас в паблике vk.com. Кстати говоря, кстати говоря, эм, неожиданно сейчас. Мы накрутили в нашем паблике VK.com дополнительную кнопочку Поддержи проект. И ты можешь там легко поддержать проект, который вот прям вот в денежном эквиваленте, в котором вы хотите, берите и поддерживайте. То же самое вы можете сделать на его slash donate. Да. Хотел Никиту перебить, но не стал. Ладно, мы сказали, легонько, освежили эм, все, что нужно сказать для пацанов, которые первый раз, или, может быть, просто забыли, где они находятся. А теперь перейдем обратно к хардкорному подкасту. Я достаю обратно меч, точнее, достаешь его ты, а я, как бы, достаю, возможно, ты руку. Ты достаешь широкий штанин облака. Да. Как Маякович. И буду трогать твой меч сейчас горячий. Давай. За всякое. Давай. Бил, аут... бил Сауроур. Нам э, пишет э, следующее. Это слушай, мы же опять его. Мы, я жал уже, что он Саурон. Да, я да, не помню. Да, я уже сам почитывающий. Саурон-то уже был, давай. Ну-ка на фрикхолд кемпе тоже был, помню его Морду. Ну, ну давай, да. давай. Что там? Да, да, да. Mm -hmm. а, комментируем код. Хороший, плохой, злой. Ну, в смысле это, это про коммент, про, про комментарий. Хороший, плохой способы комментировать код. Ну, мы «Curot. знаем, что в оригинале «хороший, плохой, уродливый». Ну, no «агли». Ну, да. А вот ну, в нашем переводе просто «плохой, злой». В нашем смысле, в российском. Здесь клинты тут есть. Причем, как будто так, сам Саурон, он как будто сфоткал телек, пока смотрел фильм. Ну, да, да. Возможно, он как бы не стал гуглить скрины или хотя бы скринить проигрывателя. Он просто сфоткал телек. И к этому должны были подписываться скриншот уровень 80. Вот, да, 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 да. Так вот, вы, говорит, это стопудово уже слышали, что хороший код, он сам себя самодокументируемый. Ну, в том смысле, что хороший код даже не нуждается в комментариях. Это, говорит, конечно, все хорошо, но вот нет, вообще все-таки нужны комментарии. Он нам будет рассказывать о нескольких вообще видах комментариев, которые бывают. Например, первые две группы. Документационные комментарии так. и комментарии прояснения, так скажем. А, давай сразу. Это, давай. это именно в коде пишется? Прямо Прям в саблайме Прям я открыл? в саблайме ты открыл и пишешь, да. Так, а я думал, документация, это имеется в виду... Вот конкретно здесь он говорит о том, что документация, ну, первый вид комментариев, комментарии документационные, они с помощью каких-нибудь библиотек из комментариев mm. парсятся и вываливается прям документация в доку. Да, то есть есть тысячи миллионов таких э, штук, которые ты прям в галп себе настраиваешь, что каждый раз, когда у тебя меняется файл, он проверяет, если коммент изменился, то он переформировывает тебе какой-нибудь там markdown файл, в котором все это автоматически зеркалируется. Вот говорит, возьмем Например, в пример, популярную JavaScript библиотеку она называется Low Dash. Ну как? и в ней вот такой, говорит, комментарий в начале перед каждой функцией. И если вы... Ну, говорит, это хороший комментарий, это как басня уже. Это как басня, да, Крылова. И дело просто в том, что его никто не будет читать, он нужен для того, чтобы сгенерировать онлайн-документацию. Если, говорит, вы их сравните, эти комментарии с онлайн-документацией, вы увидите, что это полное зеркало, потому что из них они и формируются. Есть большое количество Uh, уже решений, например, JSDoc для JavaScript. Вот про JSDoc я и слышал. Doc тоже есть. Uh, DocFX для .NET или JavaDoc для Java. Окей. Okay. Uh, и uh, он говорит, очевидным минусом является то, что они засоряют код до свидос. Вот эти вот комментарии обширные. Но их можно свернуть. Вот, и он говорит, да, как бы просто можно взять и свернуть. И он говорит, классическое, то, что нам сейчас пишет, блин, расскажите про редакторы кода, там сейчас Visual Studio Code хайпят. No, no, no. И вот он хайпит. И он говорит, вот, кстати, как выглядит Code Folding Visual Studio Code. Обосраться, да, везде так примерно. Конечно, выглядит. вот я поэтому и не понимаю, какого хрена он здесь делает из этого big deal. Возможно, ему дали денег с урону. Возможно, он просто сам поддался хайпу. А и по нём немножко. <laughs> Думаешь, да? Так вот, прояснительные комментарии, следующий тип. Слушай, подожди, подожди, подожди. Это он считает крутая тема, да? Он здесь рассматривает и the good, и the bad side. Вот это плохую сторону. хорошее то, что из них документация, плохая то, что надо сворачивать бесит. И засирает. Да. Как пусть Да, это что касается первого классификационной группы, документационные комментарии. Вторая группа, прояснительные комментарии, как прояснительные записки. Ну-ка. Э, записки, правда, пояснительные, но да И вот здесь, говорит, как раз есть э, Пример плохого Хоть и развлекательного Прояснительного комментария Replaces with spaces, the braces in cases Where braces in places cause stasis ну, окей. Нормально зачитал? Чем? <свят> У меня такой вопрос Чем это отличается от документационного кода? Ну здесь чувак просто От души написал хреновину Но ты же эту хреновину все равно можешь спарсить э, Хреновиной Нет Понимаешь, в, там, если мы проскроллим вверх-назад, ключевое — это вот эти вот собака стерик. Это то, что а -а -а. статически, если мы говорим про объектно-ориентированное программирование, то что статические функции ну -ну. по доступу. Since — такая-то версия. Параметр такой-то, категория такая-то. Returns — то-то. Example. Он парсит именно по вот этим вот собакам. Он некую вики создает. Да, да. Ты, ты правильно сейчас словил. Это практически онлайн-вики. А тут уже какие-то... А тут это просто, твою мать, четверостище записал в комментарии. И как бы, вроде, если ну ты вникнешь в это четверостище, то будет понятно, как работает регулярка. Нет, мне просто понятно, как, какие комментарии пишут из Гарлема, чуваки. Такие, yeah, yeah, places with spaces. Да. Вот, да. Правда, там должно быть что-нибудь типа shotgun, shotgun. Gun, drugs... Gun cops. Вот да, но, но, но вот «braces» — это, чтобы ты понимал, на жаргоне «наручники». Да, я знаю. Вот как бы можно, ну, как бы можно это они. с натяжечкой есть, да, чуть-чуть. И, конечно, это, это такое все развлекательное и вроде прикольно, но, говорит, ни хрена непонятно. Вы, говорит, вместо этого мог бы просто функцию назвать «remove curly braces». Ну слушай, вот это для скучных. А чё вот replaces with Spaces ему не понравилось? Ну вот оно засоряет, замусоривает и как бы вот никакой с... энтропию не уменьшает. Давай будем говорить хардкорными словами. Согласен, согласен. Так, uh, called from another fun... Короче, можно remove remove curly braces нажать, что в переводе на русский означает удалить кудрявые скобочки. Удалить наручники? Да. И вызвано оно будет из функции типа sanitize input, санитизировать санитизация в полей входа хорошо, короче говоря тогда будет прям супер понятнее нет говорит я в принципе понимаю когда прикольно можно прикольчики вкидывать и так далее но если вы пишете смешной комментарий вы вот уменьшаете вероятность того что кто-то этот код потом рефакторнет или починит Потому что, а, да тут все шуточки, говно там все. Причем это перекликается с той мыслью, которую автор в самом конце, Саурон, э, рассказывает нам. Но да, об этом чуть позже. Вообще, вы хотите, что ли... Ну-ка. Вы, говорит, понимаете, что прочитают, поржут, но сам код уже не воспримут. То есть, грубо говоря, комментарий их настолько отвлечет что они уже даже и не заметят, что код конкретно коряво написан, а если он действительно коряво написан, то вы его обрекаете на то, что он таким и останется навсегда. Вот такая у него мысль. Ну, хорошая мысль, на самом ну, деле. Но если есть... шуточки писать чрезмерные, особенно которые не к месту очень сильно... Это и засорение кода, и отвлечение человека, который будет читать. Если шуточки писать, можно козленочком стать. Согласен. Вот, Что-то вот подобное, надо было сказать. Но вообще, конечно, ты можешь сказать, что он здесь сильно скучный, потому что такой он и есть. Но он же саурон. я даже не придираюсь. Да. Дальнейший пример плохого такого комментария. Пожалуйста. Установить значение возраста Integer до 32 и как бы int age 32. Это и так, твою мать понятно. Это прям вот вообще чисто, как слезы мамы неистовые, все понятно. И вот не надо, говорит, таких писать комментариев. Но вот, говорит, есть и хорошие комментарии такого типа, просветительные. Опять пример из Low Dash библиотеки. Он прям фанат этой библиотеки, возможно, он ее написал и ее просто пиарит здесь. Он тогда бы она называлась Sauronash. Ты же понимаешь? Да, согласен. Как-то вот более звучно, даже чем Low Dash. Вот комментарий. Не надо возвращать сет ADD сразу напрямую, то есть возвращать метод. Потому что оно не чейнится в 11 Е. И вот это реально умный комментарий. Chain Hill не работает. <laughs> да, ни никаким образом не, пере не перекликается. Вообще, иногда, говорит, надо писать комментарии по типу, вот, чуваки, я здесь уже пробовал делать по-другому, не пытайтесь даже. Ну, кстати, это классно, это, кстати, классный комментарий. <связь> То есть, вот, ну, написать, блин, я понимаю, что тут, здесь как бы вот выглядит как говно, Костыльно? Но вот, да, но вот стопудово никак по-другому не сработает. Я, кстати, не уверен, что нужно говорить именно стопудово по-другому не сработает. Ты можешь описать причины, например, почему у тебя не работало. И, возможно, чувак, наоборот, он тебе поможет и сам поймет, почему ты не мог, тупил, и сделает лучше. Вдруг ну, он именно в другой области чуть лучше ну, вот, знает? Вот Саурон, видимо, предпочитает думать, что он гений гениев. Что типа его никто уже вот, конечно. Не обскочит. Если вот он уже у него не получилось, то все. Нет людей в мире, которые как что-то как-то. Но как минимум я с ним здесь согласен по пункту тому, что нужно писать что и как. Это стопудово. Всегда нужно писать что и как. Да. Так вот, говорит, есть следующий комментарий. Он как бы в принципе тоже шуточный, но типа имеет смысл. Уважаемый поддерживатель, угу. как только вы все-таки уже закончите с тем, чтобы попытаться здесь все оптимизировать, и поймете, что это была ужасная ошибка, увеличите вот этот каунтер для следующего дурака. Количество часов, просранных впустую здесь. 42. Хорошо. И вот э, вы, говорит, можете опять же подумать, что это опять шуточный комментарий, не надо его оставлять. Вот такой, говорит, надо оставлять. Потому что всегда, говорит, найдутся умники, которые подумают, что здесь есть better solution какой-то. Вот вы их предупредите о том, что, скорее всего, нет. Как бы не надо быть, как ты говоришь, э, точно уверенным. Mm -hmm. А на, ты не надо говорить, как отрезал. Mm -hmm. Но, но более или менее предупредить, что вы уже говна похавали, надо. Чтобы если он тут сам э, принял решение тоже похавать, хотя бы знал, что, возможно, это бесперспективняк. Ну, я скажу, если мы уже говорим о комментариях как о ли чем-то литературном, то Саурон, он все-таки высокомерная мразь. Согласен. И дальше он как раз говорит, что, ну, вы можете как бы вот не просто высокомерно написать, что не пытайтесь повторить, а вот прям говорить типа, вот здесь не надо использовать глобальную функцию isfinite, потому что она возвращает true для null значений. То есть вот не не просто писать, а так вот делай, потому что никак больше не стоит. А вот говорит, используйте uh, именно от number isfinite вызываете этот метод, uh -huh. потому что оно работает более корректно. То есть, поясните, что именно вы считаете здесь, ну, как бы сказать, лишним или не лишним, uh -huh. и, и, и будет круче. Так. Он говорит, мы рассмотрели the good and the bad. Сейчас Теперь будет говорит, вообще the, the ugly, да. И вот мы посмотрели на хорошие и плохие, вот туда-сюда. Бывает, говорит, когда вы сильно раздражаетесь, вы пишете код, прям зарабатываете этим на жизнь, Начинается фрустрация от работы, и вы можете наткнуться или написать подобные комментарии: This code sucks, you know it, and I know it. Move on and call me an idiot later. Mm, ну, это я считаю уже срач в коде, прям внутри кода. Прям вот ты уже переходишь на личности. Да, и он говорит, в принципе, вот то, что это, это вот безобидное. А следующий комментарий класс используется, чтобы обойти то, что Ричард being a fucking idiot. Хорошо. Да типа прям вот реально грубых и хреновых. И он говорит, вы, конечно, все можете делать. Но вот люди, которые потом будут этот код смотреть, если это в продакшн попадет, они могут подумать, что вы не профессионалы. И просто либо не иметь с вами дел, либо, соответственно, вас воспринимать. Ну, как бы вот... Ну, он высокомерный мразь опять. же. Ну, и он вот считает, что люди, вот когда так делают, это уже прям фу это дурной тон и не круто. Ну, здесь есть доля правды у Соурона. Конечно, если ты просто начинаешь разводить срач. Это знаешь, на что напоминает? У меня будет сравнение немного с охладим мечи. Давай, давай. Я даже я точно знаю уже, какое. Ну-ка, давай. Не-не-не, ты, наверное, не знаешь. Вот в контре, в контре ну. есть voice чат. Ну. А, вот. И, короче, чуваки в вес-чате они некоторые из них начинают много говна говорить. Ну, вот прям много. Ну, и сраться, ну, и всякое, ну, и мамок ну, ну. Ты это знал? Да, ты мне расскажешь, что ты их мьютил. Да, но суть-то не в этом, да. По идее, в контре в свой чате вы должны инфу давать и очень ну, кор... да на Б движется двое да. там да то есть очень коротенько так говорить прям вот сказать пусть и все ну как как реальные спецназовцы в их реальном мир, э, жизненном да. войс чате даже не потому Альфа что красный Б 23 на А на А на Б на вот, длине. вот 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 да и даже не потому что короче э, типа ну срач в чате и ты типа это там говно там в чате да а потому что элементарно когда ты сидишь со слоном и слушаешь чувака, слушаешь, прям как чувак топает условно, да, там из, 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 из угла, то тебе вот этот спам, точнее, вот этот вот э, флут в войс-чате, когда вот такое говно происходит, ты просто не услышишь шаги элементарно. Чувак тебя с ножа Это даже настолько, да. Ну да, кроме того, что просто, допустим, даже вот тебя, ты чувак с выдержкой. Тебе насрать, что там шоколота срется там друг перед другом, после этого будут славливаться, там лица бить друг друга. Да, да, да. Тебя банально просто зарежет. Вот, вот да. Мне кажется, в коде также, если ты начнешь выеживаться, тебя элементарно зарежет. Ну, вот, вот, в общем, суть в том, что если, говорит, вам понравилось, нажмите сердечко. Я нажал, несмотря на то, что он высокомерный мразь. Ну, у него должны быть какие-нибудь сердечки черные, он же Саурон. Он, между прочим, консультант и тичер. Но он нас тичит немножко. И консалтит даже иногда. Следующая тема у нас. Тоже с медиума почти. Э, почти. То был Free Code Camp, а здесь Samsung Internet Developers. Охренеть может. Казалось бы, где суровый веб и где Samsung? Я думал, кореец будет, если честно, автор статьи. Ну, тут вот Питер Ошоуснеси. Шонеси. Он какой-то... Как Хенеси, только Шонеси. Ну, ирландец как будто. Девелопер э, Advocate, Согласен похож на ирландца. Samsung Internet. В общем, вы говорит, думали, что вы знаете топовые веб-браузеры. Наш... Кстати, вот по поводу нашего мнения, мы же Никита ее прям вот вплетаем, да, наше мнение прям в повествование. Поэтому... Я вы... думаю, что если вырвать наше мнение, то вообще будет подкаст 10 минут примерно. Мы как бы новость зачитали и все. Да, согласен с тобой. Этот подкаст и есть наше мнение. Да ууау, просто, тот, ууау, ч... просто тот, тот чувак, который хотел наше мнение, он как-то завалил. Во в тапках, это было, я помню прям. Да? И он как-то его нет уже, где он? Да все, да кого-то он, вот он свое мнение там высказывает в туалете кому Согласен. I think you know the top web browsers. Короче говоря... Я пока, подожди, давай, я тебя немножко приостановлю. Я пока вообще не понимаю, о чем будет тема. Вот абсолютно. Я тебе говорил, о чем она будет. Или ты сейчас прикидываешься? Нет, если честно, я даже не прикидываюсь. Ну-ка, подожди, именно про, чё, про какие браузеры, которые мы не знаем, сейчас будет нам приоткрываться Он будет о том, что уже мир-то изменился давно. Я так. чувствую это в воде, я чувствую это в Опять аналитике. Написал. Конечно, только Питер Ошонесси. Ну. И он нам будет рассказывать о том, что пятерка топовых браузеров выглядит не так, как на всех мемах, мемасиках. А, давай, давай, хочу слушать, давай. А уже, как бы, все совсем не так. Выглядит, на, у всех на конференциях, у всех спикеров всегда видите вот эту пятерку топовую. Для слушателей зачитаю Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge и Opera. Winfree. Ну да, практически. Причем, да, вместо, вместо Internet Explorer здесь прям уже Edge. Да. то есть Это уже up-to-date картиночка. Да. Ну и Safari здесь уже такой, который начинает там, с какой-то восьмой версии или с какой-то такая картинка. Угу. Ну, неважно. В общем, и он говорит, что на самом деле это всегда считалось five major browsers. Мы уже с ними знакомы. На... И, в принципе, когда чуваки на слайдах нам это показывают, они играют на том, что мы уже за них, так сказать, можем продолжить этот ряд и нам все понятно, и мы как бы не спорим. Но уже как бы похмелье это должно выветриться, он здесь метафорами говорит о том, что похмелье от доминирования десктопов. Так. Уже, говорит, надо жить в новой жизни. Это, знаешь, мне напоминает крестного отца, когда уже надо наркотиками торговать, а не выпивкой. Потому что все бабки, как бы, они уже в другом месте. А он что предлагает, в мобилу уходить? Или Нет, что? он предлагает наркотики. Торговать вместо выпивки все-таки. Корейскими наркотиками, видимо. Это не пропаганда ни в коем случае. Там Роскомнадзор, что кого, суровый веб. We are Да. Все платформы, говорит, давайте рассматривать все-таки. Если мы будем смотреть все платформы, а именно десктопы, планшеты и телефоны по всему миру. То что будет? А вот, говорит, топ-5 в порядке убывания. Какой-то на первом, на первом месте Chrome, но. на втором месте Safari. Так. Chrome 52%, процента, Safari 14%. А дальше должны быть, казалось, 88%. <свят> но, но нет. Дальше идет UC браузер 9%. С, э, здесь мы держим в голове. Это вот белочка-улитка. Как бы вот так, такой логотип у них. Дальше идет Firefox 7%, и на пятом месте ИЕ e со своими спортивными 4%. Ие здесь это тот самый Е, это не Эджи, потому что у Эджи всего лишь около 2%. У меня вопрос, что ты здесь вот спортивного нашел, в этих 4% и в Е особенно. По-моему, оно наоборот самое болезненное, а не спортивное. Ну, спортивное в смысле, что у него не лишний вес, вот как у хрома 52%. А он подтянутый, поджарый, 4% всего. В и подтянутый. Я представлял себе массовую долю жира в организме. Вот 4% всего у Е. Чистейшие мыши. Я тебя понял. Так вот, и... Кстати, вот пользуясь случаем, хочу сказать, что я вот и на работе, и дома на PC использую Edge, например. Там вон дальше я вижу, что пишут. Дальше он говорит, вы, наверное, заметили какую-то странную оранжевую хреновину по центру. Вот, да. Это UC-браузер. И это браузер, который китайский, и его Alibaba а -а -а. владелец. Короче ясно, говоря. ясно. И в основном у них большой процент только в Азии, но поскольку азиатов столько же, сколько зергов, ну хочется опять сказать тебе инфу другую дать. Ну. Короче, вот недавно, помнишь, я кидал эм, подарочки были здесь на... он according to stat counter говорит нам. Соглас. На stat counter можно подтвердить. Ты порас... Пайля, пока пока расскажу. рассказываешь, я заеду. Пока туда. расскажу. Недавно были подарочки в ВК из дотки. Помнишь? Конечно, помню. Так вот и суть в том, что короче дотку по непроверенным данным, последний вот этот мейджор, вот этот чемпионат, один из последних, mm -hmm. смотрела э, 3 ляма 300 тысяч э, человек всего. Из них 3 ляма это китайцы, mm -hmm. 150 тысяч это СНГ и 150 тысяч остальной мир. То есть дотка, она вообще не популярна уже. То есть ее смотрят ну, китайцы. Китай, По-твоему, если и она популярна у китайцев, то это вообще не популярно. Ну, у китайцев у ССГ... Уже мир меняется, уже скоро это и будет популярно. Но я согласен, я согласен. Так, и что? Я к тому, что вот этот UC-браузер 9%, это пукнуть им надо, чтобы сделать 9% браузер по популярности. Китайцам это ничего не стоит. Их так много, что они могут вообще любое дерьмо сделать. У меня еще можно просто Цзиньпиню занести. Конечно. И как бы у тебя уже 9%. И у тебя белочка уже какая-то непонятная будет рулить. Ну слушай, э -э китайцы не китайцы, а дела решают. Ну, давай. 9% бабки-то зарабатывают, я думаю, все равно нормально. А ты все установи этот UC браузер. Я что, дурак, что ли? это же на телефон. Причем, возможно, только на Huawei какой-нибудь а, или да? Xiaomi. Я... Давай, давай, я пока посмотрю в App Store. Давай, 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 посмотри, поставь его, давай. Не, я ставить, наверное, не буду. Ну, наверное. поставь, давай, открой его e в дизайн, Понимаешь? там верстка вся сбивается. давай. Я, знаешь, что, я уверен, там будет, знаешь, что, я зайду к нам на его e дизайн, и у меня там будут вещи какие-нибудь салибобы продаваться. Там будет... Прям место постов. Место предложенных тем. Согласен, согласен. Сайдбай прям. И говорит, здесь, в принципе, давайте обратим внимание, что в зависимости от местоположения сильно влияет market share у браузеров. Например, говорит, в России 143 миллиона человек а Самсунгич про Россию посмел сказать. Базар нет. Статкаунтер рассказывает, что Chrome, естественно, на вершине, как мы и ожидали. А знаете, что на втором? А на втором, говорит, Яндекс Браузер. Вот охренеть, казалось. В России на втором яндекс браузер. Я сейчас зайду на StatCounter. А собственно, я на ну, как бы просто вкладку открою. Я выберу Europe. Э, черт, зря я выберу Europe. Надо нажать View All Regions. И здесь э, можно посмотреть Ливан, например. Но я не буду этого делать. Я открою Russian Federation. И действительно, 56 Chrome. Почти 57. и 7. Mm -hmm. И Яндекс Браузер 11 76. Это all platforms. Мне интересно, знаешь что? Если я выберу только десктоп, Сафари всего 3% маководов не очень много. Мне быстренько интересно, знаешь, что так. я не говорю, что это стрёмно пользоваться Яндекс. браузером ни в коем случае. Мне просто интересно, есть ли веб-разработчики, которые сидят на, главном, на, вот, на браузере, как на что дефолте? Них нет, как Major laser, только Major, да, major браузер Яндекс. Да, Major браузер Яндекс. И насколько там удобны F12? Я думаю, точно такие же, как в Chromium. С учетом того, что у них э, подходит, по-моему, расширение в Яндекс браузер хромовый. Кроме того, что у них свой есть Яндекс браузер Store. Но ну, там вряд ли есть что-то разработческое. Но вообще, действительно, поделитесь фид фидбэком, фидбэчем по поводу Яндекс браузера и разработки. Я быстренько скажу про фидбэч по поводу UC браузера, который я нашел в App Store. Здесь скриншоты даже переведены на русский. То есть для нашего магазина есть скриншоты. И mm -hmm. там все классненько, там что-то можно, экспресс-панель, там все как чинно благородно в настоящих mm -hmm. браузерах. Но там полный бейджин, конечно. Ну, бывает. И это... там до свидос, но все на русском, абсолютно страница задорочена в App Store, и все можно жить. Вау! Wow. Ну, это я так. Делать этого мы, конечно, не, не будем. Не будем, не будем. Продолжай. Но говорит, давайте мы все-таки перейдем говорит, на мобильный рынок. Samsung, говорит же, все-таки. <laughs> И вот если говорит, мы выберем только мобильный рынок, а Android на данный момент, здесь есть даже ссылка, сверг Windows как э, самую топовую операционку в мире андроидов теперь больше, чем PC-шных десктопов Никита. Я считаю, это повод э, намылить веревку и ну, Это не нам. Это Билл Гейтс. Он сейчас сидит, как в том меме, у него песок сквозь пальцы. Я думаю, Билл Гейтс уже. У него песок только из одного места уже. Ну ладно, у сатьи, у сатеи. Вот да. А у сатьи. Ну, возможно... у сатии тоже песок, ты вспомни, какой он. Согласен, он тоже же рассыпающийся. Ладно, неважно. В общем, если посмотреть на мобильные браузеры, то на первом месте опять же Chrome 46%, на Safari, на втором сафари 18%, и на третьем UC браузер 17%. Но самое главное, на, самсу... на четвертом Samsung интернет А браузер. Чё, есть, есть такой браузер? <laughs> есть такой браузер. Он в самсунговской версии Android оснастки. Накатываются, видимо. Кал какой-нибудь? А, Стопудово кал. Просто э, там дальше будут отмазки. Вообще... <laughs> отмазки? Чего? <laughs> так, э... Samsung интернета этого? Да. Мы будем смотреть где дальше по стат-каунтеру. Если возьмем только Джомани, то там вообще уже на третьем месте Samsung Internet. Он уже сужает. А если возьмем только меня, то 100% будет Samsung Internet. Не, ну в Джомани там должно быть какой-нибудь Volkswagen интернет. Ну вот нет, там Chrome 45%, 28.9 Safari, ну то есть айфоны, и Samsung Internet 17.1. Чтоб ты понимал, у них почти все в Германии уже как делается. Ты покупаешь план именно уже говорить не тариф по русски, наверное, а план. как в Америке. Да, ты, ты покупаешь план на два года, тебе дают трубку. И чтобы ну. тебе дали iPhone, ты должен купить прям план там все, 10 тысяч гигов, 10 тысяч смс, 10 тысяч минут. Ну, Я да. вот со своими друзьями немцами разговариваю, уважаемые люди, одна э, врач хирург практикующий уролог яйца там ультразвуком разбивает, вам, камни из них выводит из почек, из простаты. Тут дикие заработки уже просто совершенно. No. Второй доктор физических наук трудится в ней по Шелдону. Uh -huh. Тоже там дикие заработки. И я им говорю: Блин, а вы не с айфоном? Где айфоны-то ваши? Они говорят: а зачем нам такой большой план? Я понимаю, что... Здесь как уже... бы. Я Здесь... понимаю, что я не один. Я начинаю какие-то там камеры лучше. Нет, они говорят... А зачем нам план такой большой? Мы не выговорим ни минут, ни этих, ни смс. Ни... А если не брать вот эту кредитную трубку, а брать просто чистейшую? Ну, это, это как в Америке прийти и тысячу долларов наличкой дать. Тебе все сразу подумают, что ты драг-дилер. Да. Вот да. у них так же. Если ты будешь брать не, вот, не в кредит, так скажем, а просто придешь и вывалишь бабки... Все будут думать, что ты или с Сицилии приехал с Меганом, видимо. Угу. Или просто дурак какой-то. Ну, потому что вот это... Они, ты, опять же, они спросят, а зачем мне сразу тратить 1000 евро, там, 800? Если можно по 10 Если бакс, я могу да. на два года это, твою мать, растянуть, да. И ты, опять же, ты не сможешь ничего им ответить. Вот я не смог. Продать им iPhone. Как по волку с уолл street продай мне эту ручку. <свест> <свест> вот я не смог. Хотя... <свест> ну вот поэтому у них Samsung, интернет и на третьем месте. Хотя цена вопроса, вот, ну допустим, там у, у него BlackBerry, а у нее там какой-то Sony, говно, Android. Вот цена вопроса там вместо 10 евро, там 20 евро в месяц. То есть, это не вопрос даже денег. Это вопрос: а зачем мне столько? И ты не можешь уже все, ты сквозь этот менталитет долбишься, как. Uh -huh. Я бы сказал, куда. Знаешь, что я хочу сказать? Ну также можно. Пис... Это я остужаю меч между я прочим. Я понимаю, остужаю немножко. Я к тому, что можно же так быстренько сделать импортозамещение, ввести какую-нибудь э, свою трубку немецкую делать, и немецкого, там, немецкий браузер, немецкий провайдер, немецкое все, немецкий план сделать абсолютно все немецкое, и это максимально дешево впихивать. И тогда все немцы будут это брать. Deutschland Uber Алис тогда <laughs> Да, немецкая машина завращается. А, ну, я думаю, что уже прям вот сложно. Да это там уже накадано. У них пуск, уже там ВТО, да, уже да, все. Да, ты да, когда да. такое выпустишь, тебя еще фас сразу вздрочит за то, что ты тут пытаешься монополию какую-то установить. Тебе в фуражках пойдут. Ты не радуешь вообще в острых бритвах, острых фуражках, <laughs> острых козырьках. <laughs> ну ладно, давай. Дальше. А, я хотел как-то еще эту мысль подзавершить. А, к тому что вот. У нас с батей и с Алиной один тариф на троих. Все за 500, Билайновский. Билайновский. И мы-то вот регулярно то минуты изговорим, то трафик у нас закончится. Ну, там... конечно, 700 не заканчивается, но 700 минут изи на троих заканчивается в месяц. Ну там батя, он трафло. И трофлот, 12 наверное. гигов тоже. Да кого? К сожалению, трафло я. А, -а, -а, -а. а, звонки Алина. То есть батя он потерпевший в любой ситуации, Блин, когда ну он ну, что-то пишет <с <down> <с <toutes> Нет, там-то и дело. Он даже на работе, да я стараюсь на работе сильно в интернете говорит, не сидеть. А, у него же говорит... даже бедный звонит по всем мессенджерам. Он, да, ну да, звонит по мессенджерам. Вы его настолько по пояснили, -э да. что он уже не знает. Он по фейстайму звонит, у него на заводе LTE дает лучше, чем где бы то ни было. Поэтому тут как бы уже некуда деваться. Вернемся к нашим немцам. И Samsung интернет 17% у них. Я хотел еще пошутить, что они именно через Samsung интернет либо Main Limit смотрят иногда, <laughs> посматривают. Возможно, возможно. У них на Samsung интернет расширение стоит ä, VPN. <laughs> а, что характерно, Opera Mini в Африке на 58% рынка держит. Угу. Видимо, потому что там Edge интернет, и там надо прям, чтобы через турбо все залетало у них. Угу. И, ну, какой кр кроме шуток, как бы есть везде своя специфика. И вот мы, говорит, в Samsung еще отмазываемся, что, а вот если вы просто на Google Analytics ориентируетесь, а не на StatCounter, то вот там Samsung Интернет просто как хром э, определяется, потому что он, говорит, на хроме у меня основан. Mm. И это, говорит, фу-фу-фу. Но они-то гении, они сделали все для себя. Именно Google Analytics. Ну, да, согласен. А Samsung негодует, он хочет, чтобы люди знали своих героев. Подожди, а это все к чему? Ну ладно, обосраться, и что дальше? он к тому, что что вы уже ориентируетесь там на Firefox? Firefox вообще здесь нигде не фигурирует практически. Ну, это логично. Потому что он десктоп only. Это логично. Поэтому вы, говорите забудьте про него. Он даже в общем мировом-то зачете только на четвертом месте, как бы и... Вы ориентируетесь на Samsung интернет? на UC браузер. и на UC, да. А, вот, подожди, это он нам предлагает. Просто, чтобы мы знали картину мира. Слушай, знаешь, что они еще свои сняли, что Я у замехал. них иконка нового браузера на наш логотип похожа. Да. А так и есть, они слезали, потому что патентные войны надо с ним. Они уже даже у нас слизывают. Эп, Apple их видимо чпокнули, они теперь на нас переключились. Следующий это гигант половой. Да, 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 это у Samsung интернет. Слушай, надо судиться. Я согласен. Надо прям в цюрихский суд. Э, кто идти? адвокат нас слушает? Напишите в комментариях обязательно. Lawyer. Адвокат! Адвокат! Просто, чтобы ты понимал, у них там в конце уже, когда Питер о ну. у них прям Samsung Internet Developers, и прям натурально наш логотип уже прям не Так Я тебе о чем и говорю. Вот представь себе. Судиться будем. ладно, что, еще одну темку возьмем из разработчики? Что характерно, да, опять же, ему там, он, два апдейта указал, что вы, говорит, когда я имею в виду браузер, очень часто является браузером Facebook, а именно веб-вью фейсбучный. Да-да-да. Mm, И, говорит, он, естественно, определяется как, как Chrome или мем. как Safari, ну, в зависимости а, да. от iOS или Android. Mm, okay. Поэтому, говорит, тут надо тоже уже думать головой. А второе, то, что ему чуваки сказали: не, мы не верим, что 4% всего у ЕЕ. Давай, говорит, не стат-каунтер свой сраный, а что-нибудь другое. Ну, говорит, да, на нет-маркет-шере все-таки около 19% ЕЕ. М -м, сатья. А, с, возможно, Samsung интернет вообще по данным Netmarket Share отсутствует, как факт. Поэтому тут, да, видимо, не в пользу Питера у это все. Ну, в общем, вот такая темка. Свое мнение, ну, блин. Не, знаешь, какое мнение, как минимум? Ну-ка. Просто верстать хотя бы под один дополнительный. Если ты уже верстаешь сайт, ты хотя бы в одном из мобильных браузеров проверяй это. Да тебе уже как минимум этого будет хватать с головой говна похавать. согласен. В опере мини проверяешь, чтобы Ну да, дополнительно. нормально тебе будет вообще Flexbox, сет Grid. Все хорошо у тебя сразу будет. Ну, хотя бы, хотя бы. Да, хотя бы в Safari. хотя бы в сафари. Хотя бы. Не, я не говорю, да я уверен, что у многих людей хром накатан, даже на айфоны. Я уверен. Вот у меня у бати Яндекс браузер был на айпаде. Это вообще хотеть, надо тоже. Я могу объяснить, для чего. В нем, типа полуфлешплеер какой-то был. И онлайн-кинотеатр всякий О, Вот, работает. вот, батька. Да. Узнаю, узнаю. Ладно, переходим к последней закрывающей темы, нашу разработку. Хотя тут как бы разработку закрывать, это смешно в хардкорном-то Да, она у нас то закрывается, то открывается. Поэтому... У нас сегодня как день открытых дверей. Ладно. Я сейчас Может сяду. Быть, мы сейчас сделаем перерыв? Слушай, давай. давай. Просто потому что у нас сейчас две сложные темы и три простых дальше. А мы миновали как раз три сложных. И, возможно, это вот... Согласен. Это то середина. Во-первых, хочется уже кофеозы бахнуть. Опа. Во-вторых, хочется отдохнуть немножко и размяться. В общем, прям реально пауза. Каждый для себя сам решит, какая это будет половая пауза. Если честно, если Питьевая. честно, настолько мы сегодня умный подкаст, что мне хочется, чтобы хрустальную звезду, эту хрустальную сову внесли, и Киркоров начал петь. Вот если честно. Это в конце будет, согласен. Вручать будем и хрустальную, и бриллиантовую. Кто больше занесет на юведизайн.ру slash данней. резюме. Возвращаемся к нам в студию, к нам в кофейное царство Морфея и Вредики. К нам в кофешоп. Да, я сейчас хочу вот сесть именно так. Посмотрите на фотографию Марата Ижанова, который написал статью на хабре. Да, мы вот так сейчас сели с Саней и приготовились. Так же руки в бойке, как он. интернет шутер про себя он пишет. И... Знаешь, у него действительно такая для трэблшута, для трэблшутных пацанов статья про версии. Теория постепенных изменений, или почему понятие новая версия должно уйти в прошлое. Вот так он громко назвал. На самом деле это очень громкое название, честно я признаюсь. По сути, он хочет просто упростить жизнь э, программистам. По сути, это все называется одной фразой Continuous Integration. Есть уже термин для этого. Есть. Возможно, он-то и не знал. Ну так вот. Мы не будем накидываться на Марата будем, и Жанова, а вдруг он крутой. Он сразу, так скажем, пусть X говорит нам: пусть X это. Одна большая версия хуже, чем много маленьких, пусть X, и он хочет сразу объяснить, почему. По пунктам разбирает. Так хуже пункт. или лучше? Наверное, лучше все-таки. Нет, одна большая версия плохо, много маленьких версий пунь -пунь -пунь, исправлений. Хорошо. Ну ладно, ладно. И я тебе сейчас объясню, почему. Первое. Пользователям нужно привыкать к новой версии. Это когда в смысле это плохо, имеется в виду. У -у -у. То есть, когда ты помаленьку, вот возьмем ВКонтакте, например. Они помаленьку выкатывают э, обновление разделов. Например, обновление раздела музыка. И нам нужно всего лишь разобраться в обновленном разделе Музыка и не париться. Мы угу. хоп, хоп Они поправили все. А если бы они обновили полностью версию ВКонтакте, и там было бы все поправлено, каждый раздел. Как, собственно, они и сделали один раз. Да. Или, например, возьмем тот же самый кинопоиск. Вспомни кинопоиск. Ого, лучше его да, не брать, да, 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 да. Вот если бы они по чуть-чуть это выкатывали, возможно, мы бы сейчас уже не узнали новый кинопоиск, да? И мы бы, в принципе, привыкли потихонечку. Согласись со мной? Ну... Ну, наверное. Я не пользователь активной Кинопоиска, поэтому я и я не могу даже представить себя таковым mm -hmm. счастьем. Ну я, вот. Для меня этот пример абсолютно. Я понял. Он удален от реальности. Прям вот, да. Но как факт всегда глобальная большая новая версия разрабатываемая годы, она всегда бьет по мозгу пользователя, потому что ему стоит привыкать ко всему. Ну стопудово, да. Одно гигантское большое изменение, которое меняет все, это не есть гуд. Я вот так вот даже сказал, хардкорный yeah. выпуск у нас. <свят> второй пункт, это был первый, второй, изменение ради изменений. Очень часто вот в этом вот таком, в такой итерации, да, ты сам для себя делаешь итерации новых версий больших ты всегда пытаешься в эту новую версию, ты как бы ее уже можешь выкатить, да, вроде как какие-то изменения сделаны, ну, пофиксены баги какие-то, сделан новый функционал, который нужно было сделать, но у тебя по итерации, новая итерация еще не наступила, новая версия еще не сделана. И ты начинаешь изменения делать ради изменений, например. Или знаешь, у тебя в этой итерации нечего пофиксить, нечего добавить. И ты пытаешься вот к своему вот этому ритму, который у тебя сделан, да, добавить что-то, вот сделать какие-то изменения ради изменений, это не есть хорошо. Так не должно быть в большой... Вот большие версии это плохо только из-за того, что там вот в самом вот по себе релиз-ноутсах можно найти кучу говна, которая просто не нужна. Ну, слушай, это тонкая грань ну между... Ну, что значит нечего запушить там? Ну, не пушь. Вот именно, что, ну, не пуш. Но большая версия, так скажем, когда у тебя она настроена уже, вот ты придумал себе, что у тебя будут большие версии, и они будут выходить раз в три месяца, так. ты три месяца должен как-то менеджеру объяснить, какого хрена ты делал три месяца с новой версией. То есть, по сути, если бы у тебя были маленькие итерации, uh -huh. ты бы просто сделал какие-то обновления функционала классного, ты бы сделал фикс багов и просто бы это запушил. Две угу. недели, и все норм. Но у да. тебя есть три сраных месяца, чтобы сделать одну большую версию. И ты начинаешь думать, блин, какие мне изменения ради изменения... Что сделать? чё, Кого? Ну, а просто сказать, вот я это сделал, но мне это заняло два три месяца, видимо, уже как бы не катит. Ну, конечно, не катит, да. Ну ладно, окей. Это второй пункт. Третий пункт. Понять эффективность практически невозможно. Почему? То есть, когда у тебя есть одна большая версия, в ней, скорее всего, много правок разных разделов. Например, если бы ВК выкатывал м, правки аудиозаписей сразу же вместе с правками новостей, э, например, Новостей, и да, и сразу же с правками внутри аудиозаписи какую-нибудь монетизацию дикую они бы прикрутили. Uh -huh. И не было бы понятно, насколько эффективно вообще сейчас раздел аудиозаписи существует, так как мы, в принципе, структуру ВК поменяли. Не, я думаю, здесь смысл, смысле, что непонятно, например, из-за чего просели посещение просели. ВК, потому что мы три гигантских системы конечно. отдельно стоящих от, друг от друга э, убрали и э, поменяли, и непонятно, из-за чего вообще люди что? на ВК да. стали заходить. Конкретно, из-за чего отваливаются то Где? А если бы мы микроитерациями это делали, опять же, то мы бы понимали, где как конкретно какая просадочка. Согласен. Четвертый да. пункт. Неизбежные потери при переходе. Конечно же, конечно же. Если вы делаете какую-то большую перезапуск, то в любом случае, пере, ну, вот какая-то супер, супер... версия вышла новая, потери будут всегда. Потери куков пользователей. Переключение DNS между версиями. Какие вот всякие страницы в индексе. Вот любое дерьмо может потеряться при большом вот таком вот обновлении. Как говорил мой батя, лес рубят, щепки летят. What? Поэтому вот нужно знать, это справедливо и для разработки ПО. Я думал, хрен, не нос, не... Не вдохнешь. Назад не шмыгнешь, Назад. да? Назад не шмы. Ладно, пятое. Пятое. Текущие важные изменения не делаются, откладываются до новой версии. Вот. Это классическая проблема. Ты такой думаешь: блин, 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 все, я в этой версии ничего не успеваю. Пофиксить баги не успеваю. Да, давай да, ладно, в следующий пофиксим. Вот в следующий это точно сделаем нормально. Тут, наверное, даже не так. Тут вот блин, вот можно пофиксить здесь сейчас говно. Прям вот можно сесть и сделать. Ага. Ну не, давай вот у нас релиз в следующую пятницу. Вот uh -huh. к нему и сделаем. Вот к нему сделай. Да. Хотя можно было уже сейчас выкатить. Хотя ты уже мог боль у пользователя устранить две недели как бы назад. Uh -huh. Поэтому. Uh -huh. Да. Это тоже проблема больших версий. Шестая проблема. Подключаются любители освоить бюджет. И да, подключаются всякие чуваки, менеджеры, IT-директоры, которые любят. А знаешь, у нас скоро новая большая версия. Сейчас бы хорошо закупить обновление ПО, например так сказать, как здесь написано, на вырост. Закладываемся на рост, это называется. Да. И вообще вот такие чуваки, которые э, любители осваивать бюджет, они будут как раз и смотреть на твои лизноутсы, чтобы полить, ага, что там в большой версии будет? Хм, под Node.js, сервак, что Мы делаем. под это дело сейчас вот... Сейчас то мы... А, 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 ну, слушай, да. это как бы может быть, наверное, и неплохо. Я считаю, нужно балансировать здесь между... Вот э, осваиваниями, такими большими версиями, uh -huh. ну, что нам мешает символически устроить какую-то мажорную версию? Я думаю, такая мажорная версия, она должна, я не знаю, еще и маркетологически как-то быть обоснована. Вот, согласись, знаешь, типа как обновление, как фреш: типа ты выкатил, и все такие О, интерес у всех появился к твоему сервису. Если у тебя условно какая-то просадка по пользователям. Ты хоп обновление, и все такие, о классненько. Ну да, но для того, чтобы все. О, реальное изменение должно быть массивным. А да. то, что только в аудио что-то сменил, сказал, у нас новая версия не, вот. халтура. Вот, вот для не этого, да. я для понял. Для этого, да. да, для этого прикольно. А, что еще? Релик. Э, релик. Велик риск потерять что-то важное. Ну конечно, в таком большом обновлении всегда есть риск, и в основном так и случается, что что-то теряется, какие-то вещи, которые работали раньше хорошо, перестают работать хорошо, как что-то ломается, какие-то костыли, подпорочки у вас падают. И это очень чревато. Когда вы маленькое что-то выкатываете, вы на этом маленьком локальном можете локально и пофиксить. А на большой хреновине все сложно. Восьмой пункт. Новая версия всегда запускается с недоработками. Вот о чем я и говорю как всегда, что-нибудь будет забыто. Все не оттестируешь. Понимаешь, тут большую хреновину, ее и тестировать сложнее. Ну, блин, понимаешь, вот иногда хочется прям подумать, что вот лучше ножки сложить, ручки сложить и ни хрена не делать. Согласен, но нет, здесь именно чувак имеет в виду делать, но делать еще ну, я понял, continuous integration, но просто некоторые вещи лучше запустить в купе. Ну да, может быть То есть, ну, я понимаю, что стендалон под системы типа аудио и новости Они реально, ну, разные, нет смысла их запускать одновременно uh -huh. Ну, только конфьюзить людей Но если аудио и дикая монетизация в аудио, уже упомянута, это будет То, наверное, все-таки есть смысл это запустить одним паком Я, кстати, боюсь, когда они уже дикую монетизацию на ВК сделают Не то, чтобы я буду у них там что-то покупать или наоборот не буду я думаю, если Усманович нас сейчас слушает, он сказал, блин, натуре, а? Сейчас, 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 да, сейчас, сейчас. Что-то вот, что-то, по-моему, это, не докладывали мне давно по монетизации ТВК дикой. С аудиозаписи. Пойду спрошу у пацанов. Ну и девятый пункт. Придет, а они ему сразу от бюджета освоят. О, так это, Алюшер, надо сейчас будет то купить, это сервак под Node.js. Да, да, да. Он скажет, ой, не, 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 тогда продолжаем пиратить. Да, да, да. Девятый пункт ⁇ двойные затраты. Ну правильно, создание новой версии ⁇ поддержка текущей. Пока ты делаешь долго новую версию, тебе нужно и новую версию разрабатывать, людей туда подключить, каких-то менеджеров, задачи ставить нарезать им. И нужно поддерживать старую версию, других людей, которые будут также смотреть за старой версией и знать все баги ее и фиксить. Да более знакомо. Да, и это очень сложно, поэтому маленькие фиксы, они тем и легче, что... Просто иногда старая система уже настолько прогнивает, что ничего уже с ней нельзя сделать, только новую. Ну, кстати... Все равно бывает место революциям, не эволюциям, а революциям реально. Должно быть место подвигу какому-то. Я здесь плохого полицейского отыгрываю, но просто потому, что не выдерживает критики некоторые вещи. Согласен. А, то Тут сразу давайте там концепты, прототипы, он это все пишет. Дальше, например, Проект, который постепенно изменялся и превратился вообще в другой проект. Ну, не в другой, а э, выглядящий по-другому абсолютно с точки зрения UX, дизайна и так далее вот, например, booking.com. С 2007 года, который хочется вернуть. вернуть, э, вернуть. Абсолютно изменился сайт к 2017 за 10 лет. То есть, ну, не узнаешь уже. Точнее, узнаешь, потому что цветовая гамма осталась и так далее. Но по юзабилити это другой сайт, по сути. Вот пример вот таких вот положительных, маленьких, коротеньких изменений. Например, booking.com. Да. Итого, автор нам пишет. Вот эти вот минусы с лихвой покрывают все плюсы, которые есть у новой версии. Короче говоря, он говорит, что надо, чуваки, делать аккуратненько по маленьким-маленьким итерациям. Ну, если еще раз уточнить мою конкретную версию, то я считаю, что большим версиям тоже быть. Быть. При каких-то определенных при каких При определенных обстоятельствах. То есть, да, continuous integration, это реально круто. Но банально, вы реально жалеете пользователей. Вот этот пункт самый важный, на самом деле. Ну, как бы... Ну, и себя тоже жалею. Он вытекает. Ну, понятно. Ну, допустим, у тебя бесконечные ресурсы. Ты можешь реально выделить еще людей, которые будут поддерживать и старую версию, и разрабатывать новую, и так далее. То есть, я Алишер возьму. Пусть возьмем за X, да. Возьмем за X, я Алишер то тогда твои пользователи говна похавают, <laughs> если ты Алишер. <laughs> Согласен. Потому что вот надо поаккуратно это все выкатывать. И опять же, в конечном счете, если пользователи похавают говна, то его похаваешь и ты. Это 100%, это всегда. Поэтому... Вот... Причем э -э -э ты похаваешь в намного больше, чем они. Прям вот усилит, как э -э каскад транзисторов. Эскалация безумная. Согласен. Все, спасибо за тему. Мы закрываем раздел разработочка, переходим к разделу Word, «WordPress». Wordpress. Вот Wordpress. Deliciousbrains.com ресурс нам подали Подалил. Подарил очередную статью. Как подлива. Э, да. Эшли нам рассказывает про микрокэширование в WordPress с помощью EngineX. Эшли. И улучшается количество реквестов, которые может обрабатывать сервер на две 1400 процентов. Что тут до хрена. Ну, в 24 Лучись. раза. Как бы уже не так жестко, да, звучит, как в 2400 процентов. Ну, да, да. Мы, говорит, здесь на Delicious Brains очень много говорили про производительность WordPress, про хостинги, которые можно использовать. И на самом деле, если вы используете э, какие-то shared хостинги, и у вас более-менее статический сайт, то page caching, то есть страничное кэширование, будет для вас самым продвинутым, таким самым понятным, простым и дающим результат вариантом. И, и, в самом деле, то есть, если вы используете безлимитный хостинг, и у вас там не ходит 100 тысяч человек одновременно, то делайте страничное кэширование там, с каким-нибудь временем протухания 3600 секунд каких-нибудь условных, и нормально у вас все будет по жизни. Но если вы уже держите форум, например, какой-то, uh -huh. в данном случае wordpress BodyPress форум, то и у вас к нему подключается там 60 человек в секунду, uh -huh. то, возможно, стоит задуматься о микрокэшировании. А именно... Ну-ка. Вообще, в принципе, page кэшинг, страни... страничное кэширование в случае с форумами, это просто пустой перевод э, ресурсов процессора, потому что каждый раз, когда кто-то постит новый постик, нужно перекашировать страницу и ее положить на диск. Это каждый раз дрочит диск, во-первых, во-вторых, дрочит процессор. Зачем? Это не нужно. Дрочить процессор можно и по-другому, а именно с помощью микрокоширования. Uh -huh. Потому что микрокэширование будет в течение 1-10 секунд хранить только версию конкретно этой страницы и отдавать ее тем, кто пришел в, вот, в течение этой 1 или 10 секунд. Uh -huh. А для следующих уже генерировать новую. Все это очень легко сделать на уровне веб-сервера. И так. давайте, говорит, вот мы изначально ну, он нам рассказывает о том, что вот просто обычный digital ocean, не слушайте его jubdesign.ru, slash Показатели, я думаю, будут примерно такие же. PHP 7 говорит, и я одновременно засылаю 100 юзеров в течение 60 секунд долбиться на сайт. Базовый Engine X только 16% отрабатывает нормально по 200 коду, все остальное по 502 отваливается. Отлично. Потому что уж очень много людей за секунду. А это всего лишь говорит... Около, около 40 может нормально работать одновременно человек, дальше уже отваливаться. Это всего, говорит, 4 юзера на один топик. Ну, это мало. Да. То есть, реальные форумы какие-то, они ну, существенно лучше работают. Если мы делаем page caching, постраничное кэширование, то хитов 99-98%, то есть почти все возвращают двухсоточку. Угу. Но, но, у нас... 60 секунд в течение 60, точнее в течение 60 минут по умолчанию будет закэшированы старые версии. Юзерам, во-первых, придется перезапускать, Ctrl R делать и так далее, чтобы увидеть актуальные страницы и так далее. Ну и как бы, ну это это просто это bad practice. Не так-то это быстро еще работает, хотя 44 миллисекунды достаточно быстро. Если мы будем использовать параметры FastCGI cache valid то есть время, в которое валиден кэш, и занизим его до да, одной секундочки. Mm -hmm. С помощью еще хедеров типа X-Excel Expires То же самое значение, которое в valid внесем. То в принципе мы сделаем так, что все кэши валидны только в течение одной секунды, а дальше приходится перегенерировать. С учетом того, что 10 человек в секунду долбится, для этих 10 конкретно только один раз отработает PHP, во всех остальных случаях уже будет отдана закэшированная страница. Есть, говорит, модуль плагин MU плагин. Манчестер Юнайтед, естественно. Стопудово. Но вообще must use плагин называется. Вот, вот, вот так вот просто. И в нем вот э, есть именно кусочек, который для Engine X а прописывает значение. По-моему, значительно проще просто конфиг поправить. Но вот они почему-то через плагины пытаются зайти. Видимо, так им проще. Хотя, казалось бы. Mm -hmm. После этого, да, мы говорит, видим, что этот хедер, где он тут? X, Excel. Не могу его найти здесь. В логе вот этом вот. Так. Слушай, смотрю в книгу, вижу ни хэ. Ни хэ не вижу. Неважно. В общем. Лу луишь фигу. Раз мы уже про Манчестер Юнайтед. Ладно. Короче говоря, если секундочку включить, то 96% хиты 3% отваливаются. Лучше, конечно, чем было, но все равно полное говно. Для того, чтобы не отваливалось, есть параметр Updating который по умолчанию не включен в пул возвращаемых параметров в FastCGI кэш-хедере. Вот мы добавляем updating, и он э, возвращает типа пункт «обновляется». То есть, mm -hmm. допустим, долбится 10 человек одновременно, долбится 11 уже во вторую секунду, и ему не expired возвращается, а когда возвращается expired, запрос уходит на PHP, и не кэшированная версия создается для этого человека. Но, если, внимание, еще 10 человек в данный момент долбятся, для них для всех вернется экспаре, для них для всех придется отработать PHP. Uh -huh. А это уже, ну, это, это долго. Вместо этого, если мы добавляем updating, uh -huh. тем десятерым новым возвращается, что типа обновляется в данный момент. И им показывается закэшированная за предыдущую секунду версия, uh -huh. но, в принципе, в очередь отправляется уже обновление кэша, как, как мы и думали. И после этого уже, естественно, 99-98% хитов, 5 каких-то ошибок, я не знаю, что за ошибки, но вот какие-то были, все те же 45 миллисекунд. Все супер круто, казалось бы, но есть и минусы. Ну-ка. Ну, то есть э, нужно микрокэширование использовать только для сайта с большим трафиком. Иначе у вас каждую секунду будет перегенерироваться кэш, это большая довольно-таки загрузка процессора, которая в принципе оправдана, если вам надо уменьшить большую нагрузку, которая будет, если у вас PHP каждый раз будет отрабатывать. Uh -huh. Но если у вас нет 100 человек в секунду, то как бы вот не стоит так злоупотреблять. Ну и вообще все эти параметры их можно выставлять в зависимости от количества человек, которые к вам долбятся. Не секунду, а 5 секунд, например. То есть как бы микрокэширование, но не такое микро, как вот конкретно в примере разобрано. Мне знаешь, что интересно? Ну С точки зрения чуваков, которые держат хостинг, раз может быть каждый раз про SmartApe, да, про uh -huh. Smart tape, uh -huh. то м, вот они, допустим, видят, что, например, у нас сильная загрузка проца. Видят. На банке. Ну да. Они будут нам что-нибудь сказать: типа, чуваки, вы там давайте. Они... У нас есть определенная квота на CPU Cycles. Uh -huh. Если мы ее превышаем, нам просто ее обрубают, да и все. Нам просто. Да, абсолютно решается вопрос очень спокойно. Или тротлинг начинается у нас просто продрачивает и опять же 502, 500. То есть у них-то вычислительные мощности особо не страдают. А, а у нас конкретно... все равно есть лимит, за который мы не вылезем, не за жизнь. который, да, мы не, мы им не перезагрузим все Blade сервера их. Не, ну если мы подговоримся со всеми пользователями, которые зарегались от нас на смарт SmartApe... У нас просто по пятисотке отвалится. Да. Мы и сами... у них, и у тех, с кем мы подговоримся. И все, а чуваки смарт дальше бамбук будет сидеть раскуривать, и нормально им будет. Вот, да. У них на уровне линуксовых утилит идет распределение, и на уровне э, оснастки виртуализации этих ASP-менеджеров, которые у них там накатаны, идет распределение ресурсов, и выше квоты ты все равно не пернешь. А если ты ее израсходуешь, у тебя будет по 500 сотки все отваливаться и все. То сам ты и пернешь тогда. Конечно, поэтому yubdesign.ru slash Ладно, хорошо. Заходи и не перни. Уел Ладно. уел меня. Вот такое нам Эшли рассказал. Кстати, Эшли это мужик оказался да. в итоге. Это опять какой то про зомби, потому что delicious brains, по-моему, это намек на то, что хавать brains. мозги. Согласен, что-то похожее на это. Я попробую сейчас на главный перейти. Хай, we're Ну, это, конечно, закос под Apple. Откусанная башка. Блин, ну да. Вот, но тем не но менее... Я... Они просто для WordPress работают, делают дерьмо. Поэтому, как бы, вот, вот, вот просто у них такое брендирование. Ладно, пойдем дальше. Следующая новость. WordPress 4.8 закончит поддержку IE 8, 9 и 10. Казалось бы. Ну, как мы знаем, да, актуальной IE является 11 и Edge. Поэтому, если мы посмотрим по статистике глобальной, э, согласно Global Stats... Мне кажется, их уже Microsoft не поддерживает, эти 8, 9, 10. Ну, они, собственно, Microsoft еще в январе 16-го их дропнули. Вот именно, да. Поэтому... Поэтому то, что WordPress их не поддерживает, это как бы давно Собирается пора... только не поддерживает. Да. Ну и опять же, чтобы ты понимал, не значит, что когда ты будешь с 8-го Е заходить в админку, у тебя будет слушать чувак, иди отсюда конечно нет. нет просто вот например тайни мси редактор который визуальный все его новые фичи не будут работать то есть просто как бы ну админка частично будет проваливаться как провалов но памяти. они уже не обязаны верстать под 8 е это просто дерьмо да да поэтому вот решили они такое решение принять простите за тавтологию. Ну и на самом деле здесь если говорить о решениях, то сейчас все начали форсировать типа давайте дропнем поддержку PHP 5.2, который тоже все еще поддерживается, хотя его еще больше 6 лет назад дропнули сами php шники Сами слонычи. Да, сами слоники. И вот в 2015 году PHP 5.2 использовала 16,6%, нынче 5.1 всего. Как бы вот реально, еще чуть-чуть и можно уже будет дропнуть. Но это-то, конечно, более серьезно. Там конкретно, если у тебя такая версия на сервере PHP, у тебя WordPress не поедет, как вы же. Да, да. И все. Поэтому, ну, да, с этим, наверное, они будут дольше медлить и тянуть. Но как бы как факт, что уже хотя бы по верстке и E8, 9 и 10 в админке не работает. А есть какая-нибудь тут ложка дегтя в этой бочке меда, где-нибудь написано типа, блин, а вот какой-нибудь козел начал говорить, что вот все-таки давайте Internet Explorer оставим. Нет, Нет, у них благолепие там полнейшее. Кому а не... именно такое. Му Мулинвек сказал, и никто ему не перечит. Не вякает. А вообще-то сказал именно он. Сейчас я найду. Ну, я вижу, что там I везде. realized that folks still running these browsers are probably stuck with them because of something out of their control, like being at a library or something. Depending on how you count it, я умышленно читаю с русским акцентом для тех, кто будет писать потом, вы чё там? Those browsers combined are either around 3% or under 1% of total users. But either way, they are falling below the threshold where it's helpful to WordPress to continue testing and developing against. Короче, говорит, было принято решение, что несмотря на все ваши там сраные проценты, кто это использует, нам насрать. Мы не будем это поддерживать больше. А он, наверное, прочитал статью того чувака, который говорил, да чуваки, забудьте про проценты, все уже надо на мобилах смотреть. Да, главное, говорит, Samsung интернет Мы и UC поддерживать, что и UC браузер. А ешки все дропаем просто и похрен. Отличная статья. Давай последняя про WordPress. Последняя про WordPress. Компания Ten Up, 10 Up, если угодно. 10 вып... вверх. Да, выпускает VP Docker. Open source конфигурацию для докера для локальной разработки WordPress. Ну-ка, Докер, кто не помнит, это микроконтейнеры, которые значительно более быстрые, менее громоздкие, чем и другие решения по виртуализации, типа VVV, Vagrant, VirtualBox, Hyper-V и так далее. Они занимают до хрена места на жестком диске. И, в принципе, ну, как бы есть к ним вопросы определенные по конфигу, потому что они прям массивные. А докер — это микроконтейнеры, которые позволяют вам в, в, в этот контейнер за, запаковать Linux со всеми нужными программами, типа там PHP, MariaDB, там нужных вам версий, и WordPress. И просто этот контейнер закинуть потом на хостинг, развернуть, и как будто вы с локалочки перенесли ваш проект уже в продакшн. Хотя, по факту, единственное, что вам надо было перенести, это контейнерный файл. Угу. Ну и само окружение докер там накатить, как бы, чтобы чтоб, чтоб запускалось просто и все. Чтобы вертелось. Да, поэтому это, безусловно, уже для многих является прям... Слушай, подожди, подожди, подожди. Ну? А мне интересно, можно ли было раньше костыльно запаковать WordPress в Docker? Естественно. Да, конечно. Да, ну конечно просто можно. здесь это уже ты Сейчас двумя коробки, командами да? делаешь и все. Ясно. Накатываешь п docker скачиваешь его, практически VP create и все, у тебя уже готовый контейнер. А до этого тебе самому надо было все-таки докеровские конфиги читать, курить мануалы и, и как-то это все делать. Мне интересно, кто-нибудь вообще развертывал из Docker uh, WordPress? Ну, а почему нет? Вот в www конкретно решение, которое... VVV, я, да, бы v -V -V, я бы сказал. да, На базе Вагранта как раз сделано. Про него Сара Гудинг здесь на ВПТ написала уже чуть не полгода назад. То есть, в принципе, пользуются контейнерами и виртуализацией пацаны, которые разрабатывают под WordPress. Хотя на самом деле это более популярно в том мире, где используется веб-приложение, которое просто что-то обсчитывает. Да. Написал приложение, запаковал в контейнер, пульнул на Amazon Web Services, Одну кнопку нажал, развернул, обсчитал, потушил тачку, заплатил за количество минут или циклов, которые ты потратил. И куришь бамбук. И раскуриваешь бамбук дальше, да. Потому что тебе удобно это в контейнере перенести, чтобы не запариваться по накатыванию и так далее. Хотя, опять же, если уже спускаться до сути, то ни один нормальный продакшн не будет работать в докере. Ну, в смысле, быть-то будет... Ну как? Производительность-то меньше существенно. Это же все равно виртуалка, все равно контейнер. Поэтому, если у вас супер тру нагруженный сайт, то вы давайте-ка не ленитесь и на хостинговую операционку накатываете все окружение, которое вам нужно. Настраивайте, соответственно, с конфигами и да, не придуривайтесь. Это в основном для локальной разработки и для тестинга. Поэтому вот всему, как сказать, свое место, время и тулза. Всему ну, своя тулза. Вот здесь, возможно, великий Умпутун бы начал бы говорить про свой докер любимый. Он же любит в подкастах радио Ти постоянно говорить, что докер, докер, докер. Ну, это реально очень удобно на стадии разработки. Но как бы если ты уже обосновываешься, если ты претендуешь, то соответствуй. Да, ну, в самом деле, никто, Facebook же не будет весь Facebook в докере запускать. А, кстати, интересно, кто сделал докер? Это же что, это open source, досвидос? Не готов тебе ответить. Ты можешь пока погуглить, пока я скажу, что по умолчанию ВП докер, поскольку его действует э, делает Ten up у них есть Elasticsearch, да. и это хреновина для WordPress, которая крутой поиск делает, видимо, с подставлениями. Uh, ну, двиган такой поисковый, поэтому по умолчанию в докере, в ВП докера, PHP 7, MariaDB, Nginx, Elasticsearch, Gearman и Memcached. Продвинутые очень толзы, которые уже даже, видимо, как-то и более или менее настроены для вас по умолчанию, поэтому пишите в комментариях, если вы что-то подобное пробовали, если вы exciting в данный момент. Короче говоря, если что, у них лицензия Apache 2.0. Короче, это именно... Это полный open source. Это свободное программное обеспечение, да? И сделал автор некий Соломон Хайкс, чтобы ты понимал. Компания-разработчик Docker. Все. То есть они сами по себе. Молодцы. Good for them. Yeah. А теперь последняя наша темка на сегодня. Закрывающая подкаст. Знаешь, она такая... Как бы вроде разработка, а вроде и науч-поп. Да, и у нас это в разделе конкретно научпопа стоит. Ну. Надо обратить внимание на Алексея Шенгина, который написал на Geek Times эту статью. Я бы не обращал на Но внимания, надо, придется, но да. придется, придется, потому что мы именно про него. Написано, что он программист, инженер гидропоники. Тема звучит так. Как я ушел из программистов и занялся изготовлением гидропонных установок? DIY non-stop. Написано здесь. d i s -O. Да, для тех, кто не знает, что такое DIY, я просто расшифрую вам, что do it do yourself. It yourself да, да. Это, это, кстати, кстати знал, очень, знал. очень частое сокращение для... Пан... Я просто почему знаю, это у панков используется. То есть они любили, любили DIY, чтобы не зависеть от других компаний, крупных корпораций, которые шьют одежду, например, чтобы DIY на саму себе шить штаны, там, это из конопли, ну вы понимаете? Ну еда, я, я, я отлично понимаю. Так ну, вот, Алексей это? Шангин, он, а мы, я напоминаю про коноплю, я уже сказал, так вот гидропонные установки. Короче говоря, Алексей Шангин не просто чувак, он программист из Екатеринбурга. Это важно. C-Sharp, ASP.net и 6 лет опыта в разработке. Как C-Sharp-то ломает людей, прям надламывает пополам. Но в какой-то момент я понял, что надо говорит, заниматься мне чем-то другим. Не заниматься программированием, а конкретно заниматься созданием гидропонных установок. Вот так. Вот, вот просто. Вот ничем либо, а именно этим. И он говорит, есть откуда, говорит... откуда он вообще про них знал? Вот хрен, есть спойлер некий здесь. Спойлер не в смысле, что в Звездных войнах консоль умер. О-о-о! А в том плане, что он говорит, под спойлером вы можете найти лонгрид небольшой, TLDR-чик, почему я вообще ушел из программирования. Но если, говорит, вас это не интересует, хотя я в тайне надеюсь, что вы это прочитаете, а я вам сразу спойлер дам, спойлер под спойлер, как бы это ни звучало, это самое интересное для нас будет. То, что в спойлере. Да, остальное похрену. <с2> 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 вот, короче, там как раз я прочитал, и там прикольно. Слушай, да, он, он, заглавливает именно спойлер. А озагля... заглавлю его как «Почему?» на и на на из песни Зефиры «Почему?» Почему? У меня лирическое отступление. А, внутри «Почему?» Понял, понял, понял. Вот, понял. Да. И он говорит «Почему я, собственно, занялся гидропонными установками?» А все, говорит, просто. Я, говорит, вот смотрю на людей. А вижу тенденции. А, да, а вижу тенденции. Смотрю на людей. И нет, я просто смотрю, говорит, на жизнь и понимаю, что надо, говорит, заниматься тем, что вот реально тебе вот нравится. Что реально круто. Как мы с тобой это называем, что реально Passion вызывает у тебя. Да, да. У, на, у нас с Никитой именно такая терминология Такая терминология в разговоре обычно встречается. Да. Так вот. Он говорит, что ты прям fashion, вот... Ты прям... или ты фэшн? Фэшн is my profession, да. Короче, а он говорит, блин, вот я хочу заниматься тем, что меня конкретно вставляет. Я, говорит, в какой-то момент... Шесть лет разработки ASP.NET, C-sharp. В какой-то момент я понял, смотрел на людей и понимал, что они-то как раз... Многие любят ночами разбираться в документации, программировать, открывать куски кода, какие-то разбираться, что-то там, Гитхаб, хрена, вот это все, вот это все, ну вы понимаете. Я смотрел на них и понимал, что они гораздо лучше меня это делают только потому, что им просто это нравится. Они много этим занимаются, им это прикольно. Несмотря на то, что у него уже 6 лет разработки SP.net, C-Sharp, uh -huh. Екатеринбург. Эм, вот. И когда я на это смотрел, я понимал, что нет, этим я не хочу заниматься. Я, говорит, не буду больше заниматься разработкой под C-Sharp. Я, говорит, придумал себе новый прикольчик. И его, как я понимаю, его в какой-то момент, чуваки, практически его уволили. Видимо, программист он был так себе. А, нет, нет. И да, его уволили, но не из-за того, что он программист так себе, а из-за того, что он болел. Он Дняли. именно реально, там именно пинок под зад к звездам, у него написано. Короче, он приболел сильно. И пневмония написана. Но это mm -hmm. как бы достаточно серьезно, будем говорить. Ну, понимаешь, обычно серьезное воспаление, если ты пневмонию на ногах переносишь, у тебя это на сердце может перекинуться хоть куда. Это могут быть осложнения, говно, да. Могут быть осложнения. Но вот, хотя он проболел не так много, 14 дней, но как бы это отпуск такой, двухнедельный, по сути. Mm -hmm. 14 дней, и его благополучно пнули под зад, пишет он. То есть, ну, уволили по факту. И он говорит, что у него сразу энтузиазм потерялся работать, тем более, что он и не горел желанием, как мы видим ранее. Поэтому он подумал о новых возможностях. И какого-то хрена он захотел сделать гидропонную установку. Вот нарочно не придумаешь. Вот представляешь, ты ночью просыпаешься, вдруг идешь в туалет, ложишься и думаешь, Блин, заживу. Возьму, сделаю гидропонную установку. Для меня, честно говоря, ровно обе эти вещи, что C-sharp.net и ASP.net и гидропонная установка на одном уровне скучности находятся. А на одном уровне деградейшена. Так вот, короче, конец релического отступления, как реликт, лирического отступления и начало практического наступления. Гидро-что? И он рассказывает, что ну гидропоника вообще разная бывает. Что такое гидропоника? Гидропоника — это именно такое устройство, которая позволяет тебе выращивать растения. Это гидропонная установка. А сама гидропоника ⁇ это метод выращивания... Ну, метод, метод, ну, да, ну, ну, метод. Который позволяет тебе выращивать растения без участия почвы, именно земли, а просто с помощью какой-нибудь какой воды да, с примесями, там, с какими-нибудь удобрениями специальными. И опять же, эта вода может по-разному протекать через ваш урожай будущий она может там быть немножко подмачивать корень, немножко опрыскивать стебли и так далее. Разная гидропоника бывает, мы не будем углубляться. Вот, но тем не менее, он по прикольчику сначала просто собрал поугарать вот такую вот штуку на первой фотографии. Сделал вот эти вот деревянные... М -м, такие... Вот названия устройств, это его ноу-хау? Да, видимо, он сам прикольнул. Вот, говорит, у меня будет гидропонатор G1000. И mm -hmm. вот он сделал его первый: типа, ну как Т-1000, ну все, тут понимаешь, здесь полный терминатор. И он вот на полочках, на таких, расположил некую гидропонику, в которую, типа, якобы втыкаются, видимо, эм, горшочки с цветами, и они как-то там орушаются. Но, но! Вот это все, используя это, он сильно практически не по технике безопасности все делал и боялся, что его трахнет током. Ну там реально электроника, везде, он еще потом дальше подсветил ее красивенько. Но это по позже будет. Короче, у него батя заметил, что ему прикольно, понравилось. И самому бате тоже прикольно было от того, что сыну прикольно. И он ему типа там помогал, ня-ня-ня, видимо просто одобрил как бы его решение заниматься гидропоникой, но ну, вы понимаете, не у каждого батя одобрит решение заниматься гидропоникой. Батя просто по сходным ценам у него перепокупал ее. И реализовывал себя на работе тоже. Да, хотя у нас это запрещено в стране. Конечно. Да, так вот, на самом деле не об этом статья, это мы все врем, шутим, а было-то как? Была конкретно вот агрегат, он улучшал, улучшал, у него G1001 стал и так далее, и уже реально он сделал классный такое агрегатище, и в итоге, даже с подсветкой красивой, и в... а в следующем итоге ему написали чуваки, без прикольчиков. Вы не думаете, что он просто это сейчас по поугорал и все? Нет, ему написали чуваки, сказали сделать вот такую-то, такую-то гидропонику. Реально заказ первый он получил. Но там, конечно, было не так, как он делал, а немножко другие у них были запросы. Кстати, здесь есть фотографии, по-моему, запроса под спойлером. Вот, открой. Okay. Там в конце есть «Do it yourself», «Sell it to somebody». И там есть под спойлером еще дохрена всяких э, фоток. Самое главное, что в заголовок спойлер. Да, да. И там дохрена фоток, как вы видите. Там просто уже как будто зав заводские какие-то вещи. Там мне это мусорные ведра напоминают, что сейчас санитарка в них в каждый пакет вденет и расстает по кабинетам просто. Ну вот да, вот санитарка вденет. Короче говоря, он сказал, у него поперло. У него и покупают, и он сделал. Ему нравится. И самое главное, он пишет, что нет прежней моральной усталости, как вот, например, от программирования. То, говорит, я говорит, сейчас уже не задумываюсь, что... То есть для меня те дела, которые нужно сделать для того, чтобы какие-то вот свои вещи по гидропонике сделать, у меня не заимствуют столько сил, как, например, программирование у меня заимствовало в свое время. То есть я, говорит, просто не обращаю уже внимания, что нужно что-то сложное сделать. Я просто это делаю, потому что мне хочется. Ну... Короче, чувака вставила с гидропоники до свидоса. Passion, passion вот. Так что вот так. Ну тут, конечно, агрегаты у него прям да. Вот. Его там на самом деле в комментариях мужики песочат по-всякому. Типа, а вы там не сказали какие там удобрения, чукао. Короче, там есть чуваки, а, которые... Там есть чуваки еще которые. Еще лучше у которых хитер... тоже passion, да. И да. они прям вникли, и они его пытаются прям за теорию, так сказать, качнуть. Качнуть, да. Но он вроде как нормально им там отвечает. Ну, эм... Это только вроде. Поэтому... Только вроде. <laughs> переходим, вот, вот, переходим а... видимо, к бойке уже. Да. Представляешь? Ну, больше нам даже и перейти-то некуда. А бойка у нас сегодня, я тебе скажу, тоже как пэшн. Хотя, на самом деле, знаешь, что это? Первая у меня версия. Давай, у меня тоже есть. <laughs> Майские праздники прошли. Не все. Не но все, часть. Один, да. И на этих майских праздниках, вместо того, чтобы слушать наш прошлый подкаст, у которого всего 2000 просмотров. Наши, ä, точнее, 2000 просмотров в Ютьюбе, наши подписчики переключились на iTunes, и у нас вроде как выросло прослушивание в iTunes. А знаешь почему? Чуть Потому не что... на треть, причем? Не на треть. По знаешь почему? Потому что они на дачах, пока жарили шашлыки, посмотрите на картинку, пока на углях что-то готовили картоху, возможно, они э -э -э слушали наш подкаст в аудио, я думаю. И вот это это обоинка про это. Uh, а у вот. тебя какая версия, Сань? Во-первых, если возвращаться к аудио, то просто заявляем, что наш подкаст можно найти в iTunes. По поиску Ювеб дизайн просто напишите и все. Или суровый веб. Да просто нас там можно найти в технологиях, в разделе в категории технологии. Мы там в десятке, в двадцатке точно есть всегда. В десятке самых-самых. А вообще это угли от всех тем про дизайн. И всех светских тем, которые могли сегодня быть в подкасте, но не сгорели в нашем хардкорном выпуске, потому что вы этого сами хотели, вы этого просили, и вы это получили. Напишите в комментариях, как вам вот именно такой хардкорный выпуск. Возможно, надо еще сильнее. Возможно, надо было углубляться конкретно в PHP, в javascript уху Да, пишите отзывы, и можете писать отзывы на uwebdesign.ru slash donate в комментариях. В принципе. Согласен, slash donate все можете писать. Там до нас доходит лучше всего, знаете, вот прям в сердце сразу. Причем чем больше нулей конкретно в сумме, тем лучше доходит. Там да, там прям вот сразу вот... Даже вот жену я не так понимаю, как вас, когда как, много заносит. как нули, да, да. То есть там вот три нуля, это уже понимание приходит сразу же. Вот, поэтому не забывайте, что нас можно найти в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме. Подписывайтесь, там упоминания о новом контенте и вообще всякое. Кроме этого, у нас есть сторонний проект УВД Геймс, youtube.com. УВД Games. Все это есть в описании, можно также. Там мы в видеоигры играем с Никитой. Видеоигры. Можете ознакомиться за этим. Да, ознакомитесь. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. В YouTube ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. Увидимся уже через неделю. С вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Всем удачной недели. Пока. Пока.